пожалуйста, вы зарегистрированы в соцсетях? А ваши внуки, дети зарегистрированы? Ну, дети, по-моему, да. Нет, я в скайпе только. Да, в ВК. Скажите, а как долго вы проводите в ВК? Часа два в день. Я не провожу там время, проводит дочь. Да, ну... С дочкой борюсь. Ну, не знаю, все-таки плюсы тоже есть. Но это современная молодежь, ну, без контакт, этого никак. Это взаимосвязь с друзьями. Поэтому, наверное, принципе, то, что раньше было домашним телефоном, да? Когда звонили и разговаривали, сейчас этого нет. Да, ВК. Как долго вы проводите вообще в интернете и в ВК день? Там по свободному времени. Ну, приблизительно. На домашнем досуге. Вообще, если 10 минут проверю новости, сообщения и все. Время такое, без этого сейчас невозможно. В контактах, в одноклассниках. Ну, я могу, ну, час где-то, я недолго сижу. Ну, полчаса, так вот. Ну, может быть, несколько часов. Это в интернете, в Фейсбуке чуть меньше. Смотрю, что происходит у нас в стране, в мире, информацию читаю. Как думаете, по времени это много или мало? Я думаю, что это много. Всегда можно найти что-то более полезное, что можно сделать. Нет, нет, нет. А вообще просто в интернете сидите? Нет, нет, девушка, нет. А внуки ваши, дети? Ну, может, и занимаются, но это не мое дело. Да, одноклассники. Пока только одноклассники, да. Скажите, а как долго вы сидите в одноклассниках? Частенько. Ну, по-разному бывает. Бывает, неделю не захожу, а бывает, как зайду, могу целые сутки, ну, практически сутки просидеть. Ну, где-то полчаса в день. Угу. А вот что вы делаете за эти полчаса? Общаюсь с друзьями. А дети у вас есть? Конечно. Скажите, а как долго они проводят? Ну, дети проводят довольно много времени. Вы следите за этим? Ну, конечно, когда дома. А как вы с этим боретесь? Как вы знаете, что они ищут и что они смотрят? Ну, историю просматриваем иногда. Утром и вечером просмотр ленты и все. Общаюсь с друзьями. Вы думаете, это много или мало? Мало. Надо вживую общаться с друзьями. Ну, вот смотрю на всю эту ситуацию и понимаю, что общество начинает деградировать, но в какой-то степени это даже хорошо. Коммуникативность связи у людей гораздо повышается. Но некоторые даже не осознают, что это такое. Да, 2 часа где-то. Скажи, это много или мало? Много. Много родители ругают, да? Да. А как думаешь, это можно было бы чем-то заменить на более полезное? Да. Ну, что? Можно было. Ну, пойти родителям помогти. Чем это можно было бы заменить? Ну, что хорошего, вон снежки поиграть, на санках поездить. Весело, приятно. Добрий вечір, шановна громада, шановні глядачі, шановні експерти, гості, усі, хто завжди по четвергах збирається у нашій студії для того, щоб поговорити про найважливіше, про найактуальніше. І сьогоднішня тема, як ви могли побачити з нашого сьогоднішнього опитування, стосується інтернету. Стосується інтернету з точки зору того, що це є насправді. Віртуальний такий собі ескапізм, тобто спроба сховатися від дійсності, замінити дійсність реальною дійсністю віртуальною, чи справді щось таке корисне, що може допомагати у розвитку, допомагати у роботі тощо. Я впевнений, що немає єдиної відповіді і не може її бути, звичайно. Втім, до того, щоб зробити сьогоднішню програму, побудило мене декілька аспектів. І, зокрема, ось моя колега Тетяна Локацька на одній з наших професійних зустрічей розповіла про те, що існують такі суїцидальні групи, де дітей просто підводять до самогубства. Здавалося б, ну, це якісь такі, знаєте, жахливі вигадки. Є фільм «Хідео Накати Чат», є інші якісь страшилки. Втім, виявляється, що справді є діти, які від цього постраждали, є батьки, які просто позбулися таким чином своїх дітей. І що найстрашніше, це справді є великою проблемою, про неї досить багато пишуть в Росії, чомусь зовсім не пишуть і не розповідають у нас. Втім, є певні ознаки того, що дитина могла потрапити під вплив таких груп, і сьогодні ми обов'язково будемо про це говорити. Це свого роду попередження, це, можливо,
відкриє очі батькам, відкриє очі дорослим на те, чим можуть займатися їх діти. Адже я, скажімо, сам з великим здивуванням дізнався, що, скажімо, такі собі милі картинки метеликів чи китів справді можуть свідчити про те, що дитина подумає про самогубство, адже це, як виявляється, у цих групах є такими символами самогубства. Втім, ми все це подивимося, про все це поговоримо. Як завжди, наша пряма лінія за півгодини вже з'явить, телефон цієї прямої лінії з'явиться на ваших екранах. 76-92-42 цей телефон. Можете починати вже займати чергу. А крім того, ви вже зараз можете писати мені на моїй особистій сторінці, особистих повідомленнях Ярослав Індиков, або на сторінці на Фейсбуці, на сторінці нашої програми ток-шоу «Контраргумент». До речі, саме там зараз також іде трансляція в інтернеті. Крім того, пряма трансляція нашої програми йде на сайті, як ви побачите, МТРК-ТВ. Там також можна нас подивитися. Одразу кажу, що якщо у вас щось не вмикається, бачите чорний екран, тощо, напевно, це якісь розширення ваших бро, озерів блокують, просто перейдіть у режим інкогніто, там зазвичай усі плагіни відключені, і тоді ви будете спокійно це дивитися на ваших екранах ваших комп'ютерів, якщо є така потреба. Отже, я думаю, що зрозуміло, про що сьогодні буде наша програма. Я впевнений, що вона буде досить суперечливою, втім, вона буде і досить компетентною, адже наші сьогоднішні гості, наші сьогоднішні експерти справді фахівці у своїй справі і знають, про що кажуть. А зараз я з задоволенням представляю наших гостей. Це Ганна Леонідівна Каськова, заступник директора Департаменту освіти, науки Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівка. Ганна Каськова, заступник директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Багато років присвятила державній службі. Протягом тривалого часу серйозно займається психологією. Має відповідну освіту, проводить тренінги з лідерства. Ірина Сергіївна Літвиненко, доцент факультету психології і Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Будь ласка. Ірина Литвиненко, доктор філософії, доцент кафедри психології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Як психолог багато років працює з різними віковими групами. Має сертифікат психоаналітика міжнародного зразка. І Олена Вікторівна Шрамова, дитячий психолог. Олена Шрамова. Соціальний педагог, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 7. Закінчила Миколаївський педагогічний інститут. Стаж роботи 16 років. Як це часто буває на наших програмах, розподіл на експертів та гостей, він є досить умовним, адже експерти також, серед наших експертів переважна більшість психологів або людей, які практично займаються дітьми, ось, скажімо, Сергій Гусіді, не маючи диплому психолога, я впевнений, що він такий практичний психолог, що може вже проводити тренінги. У будь-якому випадку, наші експерти представляться трохи далі, вже самі, коли будуть долучатися до нашої розмови. А зараз, за традицією, я пропоную по одній хвилині нашим гостям для того, щоб вони визначилися з основними тезами, які вважають за необхідне озвучити на початку нашої програми. Ну, ось, будь ласка, до мене Олена Вікторівна перша, найближче, будь ласка. Ну, хочеться поговорити, по-перше, і не тільки про недоліки інтернету, ну і про позитивне якісь. Про це ми також будемо говорити. Да. А от, ну і, звичайно, затронути тему суїцидальної поведінки особисто підлітків, тому що ну, підлітки, діти – це наша молодь, це наше майбутнє. Тобто, ну, от про це хочеться поговорити. Дякую. Олена Леонідівна, будь ласка. Да, дякую. Я хочу сказати, що от наші зусилля багато років були сконцентровані на тому, що ми повинні були технічно забезпечити навчальні заклади. Ми постійно звітуємо, скільки придбано на комп'ютерів, скільки підключено до інтернету. І навіть сьогодні я прийшла, взяла з собою всі ці цифри,
А в перші роки взагалі ми не говорили про ті проблеми, які несе з собою інтернет. Вже останні 2-3 роки ми говоримо про те, що треба обмежувати доступ, треба ставити фільтри, треба якось аналізувати, які програми дивляться діти. Сьогодні через школу, наприклад, шкільні комп'ютери, вони майже не можуть зайти в ті сайти. Я говорю майже, я не можу давати гарантію за кожного вчителя, за кожного навіть технічного працівника, який має доступ до інтернету. Да. І сьогодні вже ми частіше говоримо про те, що сьогодні треба психологічній службі більше надавати допомоги батькам в тому, щоб впоратися цією ситуацією. Ситуація інколи стає критичною. Але ми про це дізнаємося тоді, коли вже щось трапилося. Тому тема актуальна, і ми теж готові долучатися спільно. Одні школи, одні заклади не зроблять нічого. Ну, я думаю, ми для того і зібралися, щоб принаймні про якісь симптоми, про якісь тенденції обов'язково поговорити, бо ну, дорослі люди, а починаєш спілкуватися, і люди просто не знають, адже це молодіжна субкультура, це якесь молодіжне коло, яке досить часто просто є зовсім закритим для інших, для сторонніх. І тому тільки інколи буває дуже пізно, коли вже дізнаються про те, що було. Або батьки вважають, що це не торкнеться їх родини. Да. Тому я думаю, що обов'язково треба казати, звичайно, ми будемо казати і про позитивний досвід. І у нас тут є Дмитро Канарський, який нам дуже люб'язно порадив свою доньку, яка якраз є для нашого сюжету, яка є позитивним прикладом використання інтернету. Втім, я кажу, ми будемо говорити про все. Будь ласка, Ірина Сергіївна. Ну, мені хочеться сказати, що сьогодні ми якраз знаходимося в той ситуації, коли научно-технический прогресс идет очень быстрыми шагами вперед. И он несет как огромное количество возможностей, так и угроз для личностного развития ребенка. И вот хотелось бы поговорить, куда корнями уходит вот эта зависимость, которую мы иногда с вами видим у детей, и как это отражается на его картине мира, на его мировоззрении, на психическом здоровье в частности. Поэтому тема актуальная, своевременная, и я думаю, что это как раз тот момент, когда нужно посмотреть взаимодействие взрослого мира и детства. Это очень важные моменты, которые, к сожалению, у нас сейчас очень мало оговариваются. Дякую. І перш ніж ми розпочнемо вже повноцінну дискусію, тобто з залученням наших експертів, я пропоную подивитися сюжет Федіра Бондура, який буде таким своєрідним прологом до нашої програми. Будь ласка. Способів втекти від неприємної реальності людина вигадала чимало, хоча кожен з них має побічні ефекти. Якщо йдеться про наркотик, як хімічну речовину, все доволі зрозуміло. Фізична та психологічна залежність і в разі продовження втеч до примарного затишного світу, незворотні зміни в організмі та в разі використання так званих важких наркотиків – летальний результат. Можна вважати одним зі способів втечі від дійсності і здатність людини фантазувати – з чарівних звуків, які в повсякденному житті не почуєш, навіть у найпотаємніших куточках живої природи, майстерний композитор сплітає дивовижну мелодію. Художник може створити цілий світ на клаптику полотна. Інтернет, як віртуальний, хоча й доволі реальний світ, створювався, звісно, не для того, щоб ви з вашими друзями, яких в житті ніколи не бачили і, можливо, не побачите, могли лайкати одне одному. Як свідчить Вікіпедія, історія інтернету сягає досліджень 1950-х років, які проводилися на замовлення уряду Сполучених Штатів Америки і мали на меті створення надійних розподілених комп'ютерних мереж, стійких до пошкоджень. Саме тоді почалася масована гонка озброєнь між США та СРСР. Між іншим, чи знаєте ви, де і коли був створений перший в континентальній Європі комп'ютер? Ні, це не вигадки українських націоналістів, але під Києвом 1950 року. Щоправда, мала електронно-обчислювальна машина займала величеньке приміщення і містила 6 тисяч ламп. А з поширенням персонального комп'ютера та вдосконаленням мережі і появою служби WWW, World Wide Web, тобто Всесвітньої павутини, інтернет став доступним майже усьому людству, за винятком населення кількох країн із частковою або тотальною державною цензурою. Хіба ж може богоподібний керівник Північної Кореї дозволити своїм громадянам дізнатися правду про реальний світ? Ось ми і отримали парадокс. Інтернет начебто віртуальний, але його значення в комунікаціях між людьми, країнами, континентами переоцінити неможливо. Зрештою, його, як і будь-який винахід людства, від ядерної енергії до кухонного ножа, можна використовувати зі злочинною метою або на благо.
І зараз я хотів би передати слово Тетяні Локацькій, адже саме з твоєї, Таню, подачі це почалося. До речі, цікаво, що Сергій Гусіді, який взагалі, наскільки, ну, мені важко так би мовити уявити його за таким постійним жителем Фейсбуку, адже у нього досить багато справ у реальному мірі, також долучився до цієї ідеї. Після однієї з наших програм запропонував спростурити передачу, присвячену впливу інтернету на дітей. То я думаю, що вам Сергій також буде що сказати, і після Тані я хотів би, щоб ви долучилися до нашої розмови. Почнемо, будь ласка, з вас. Ну і, звичайно, кожен з наших гостей, експертів, хто вважає за необхідне щось сказати, будь ласка, ви усі маєте на це право. Будь ласка, Тетяна. Добрий вечір, Ярослав. Я вам перше, в чому обратилась не скільки так, як журналіст, а скільки як мама. У мене дочка подросток. І подруга моя, колега, збросила мені статтю в Росії, як відбувається. Діти, дуже багато фактів суїциду. В итоге я заставила буквально читать дочку, долго она читала, и мы промониторили ее страницы. Да, действительно, мы столкнулись с некоторыми такими группами. Вроде как невинные, это составление квестов, выполнение квестов, как правило, но в итоге они подводят квесты к чему-то из виртуального в реальное, и в принципе и к суициду в том же числе. Есть и на преступления детей толкают и так далее. Ну, мне с дочкой проще, потому что я сама... Естественно, в интернете работаю и больше социализирована, она также, ей легко было объяснить, что Лорик, здесь могут на тебя психологически повлиять там-то и там-то. В принципе, она начала этими мыслями делиться с детьми, и она рассказывала, что да, есть подростки, которые очень часто используют слово «суицид», не осознавая его значения, например. Вот они там называют «Ой, что у тебя такое плохое настроение? Ты что, суицидальник?» Вот они это часто используют в переписке, они вот как раз бабочек этих отправляют. Вот у них вот эти что-то наподобие такого виртуального эмо. Вот у нас в подростковом возрасте были эти направления, только сейчас оно более охватило весь интернет. Ну, тем не менее, дочка сейчас это поняла, разобралась, и интернет используется. Вот завтра она идет в школу с интернетом делать доклад, и она в интернете ищет книги, которых не может найти в бумажном виде. То есть мы контролируем, она у меня очень много времени реально проводит в интернете, но я, по крайней мере, вижу, чем она занимается, так как сама захожу. Единственное, вот хотелось бы дать родителям совет, очень многие родители, которые сами не умеют фильтровать поток информации, заходить, проверять, самим лучше стать друзьями, создать левый аккаунт, но проверять детей своих и видеть, что у них творится на страницах, потому что может быть иногда поздно. Спасибо большое. Сергей, пожалуйста. Доброго вечора всім. Ну, у мене такі дві обставини, які змусили це питання затронути. Це, ну, перше і друга, це перебування в зоні АТО, коли перебував, ну, саме на нулі в Донецькому аеропорту, то, звісно, всім нам приходили СМС погрожувальні, дзвінки нашим батькам, родинам. Звісно, ну, там інтернету як такого не було, але нам наші всі, які були акаунти в Фейсбуці, там ВКонтакті, Однокласники, вони були взломані, заблоковані. Одразу якісь там деякі ми там до цього світлини викладали, вони були використовані ворожими сіперськими цими всіми сайтами, де були викладені карателі, кіборги, убійці і все таке. Тобто нашу інформацію інші сайти використовували для таких. Ну, це таке було перше. І ще який такий факт, що вже перебуваючи на ППД, я приймав нових військовослужбовців нової хвилі мобілізації. А в Збройних силах, до речі, було б таке добре і в шкільних закладах, департаментах створити, є спеціальний підрозділ, який фільтрує розмови, фільтрує те, що люди викладають. Тобто мені, як командиру, казали: Сергій, у вас той і той, він по телефону лишнє каже, він не те, що треба, викладає, ви до нього придивіться. І так ми вираховували предателі в наших лавах, тому що були спеціальні сили. Тому ця тема була б актуальна про створення в департаменті освіти таких якихось керівників, які фільтрують, що в школах іде яка інформація, що це робиться, ну, на кшталт тих, які є в Збройних силах України. Ось такі в мене дві інформації. Я цю інформацію на уроках дітям передаю, що так і так, от нас таке було, дивіться, щоб ви не попали. Ну і далі ось так.
Дякую. Ну, Сергій вже кинув певну кістку тут, і Марина Докторович готова підхопити естафету. Будь ласка. Знаєте, вже у двох виступаючих слышу слово «контроль». Ну, давайте не забувати о правах елементарних, да, і нарушення пространства. Да, как бы контроль удобно, да, но это имеет обратную сторону. А что будет, когда ребенок узнает, что его контролируют? Не проще ли построить отношения на доверии? Вот вы хотели бы, чтобы проверяли ваши смски и всю вашу переписку? Ну, хотели бы? Я уверена, что большинство скажет нет. Следующее – контролировали. У нас столько контроля, и так нам рассказывают, что Google знает все. И вот тут еще на работе сейчас вот мы зайдем и начнут контролировать нашу всю переписку и наши разговоры. Ну, давайте подумаем о правах, да, человека и вообще о его пространстве личностном. И где-то же должна быть свобода. Спасибо, Ирина Сергеевна, Андрей Остров и, я надеюсь, Оксана Куриная сейчас присоединится. Пожалуйста, Ирина Сергеевна. Вы знаете, я бы хотела поддержать Марину Докторовичу. Дело в том, что вот обратите внимание, в каком социуме живут наши дети. Если раньше это была такая камерный институт, семья, ребенок был как бы огорожен от всего плохого и так далее, то сейчас он практически с пеленок, он оказывается в развернутом социальном пространстве. И он, ему мир открыт, и он открыт миру. И, естественно, я тут поддерживаю тезис Марины, что действительно мы как на ладони голые перед всем миром. Отсутствует практически приватная жизнь, практически, ее нет. Мы все компьютерное поколение, цифровое общество, и ребенку, естественно, хочется какую-то камерность, чтобы это только было мое. Он по своей сути собственник, и ему хочется, чтобы это было мое. И опять-таки я считаю, что абсолютно тут очень тонкая грань. Да, контроль вызывает что? Сопротивление. Я еще больше буду закрываться. Здесь нужно совершенно другие доверительные отношения с родителями. И вот сейчас, почему мы подчеркиваем, вообще родители психологически оторваны от детства как такового. И за этим детством, понятием детства, вообще мы иногда не видим конкретного ребенка с его лицом, с его голосом, с его судьбой, индивидуальностью и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, не контроль надо, а вот мы должны найти с вами такое слово, которое подчеркивает уважение к индивидуальности ребенка и его личное пространство. Ведь помните, как мы сами с вами прятались в халабуды, да? Нам хотелось иметь что-то свое. А здесь, понимаете, когда мы открыты на всех ветрах с раннего детства, и плюс еще мы не можем куда-то спрятаться в этом, там, где мы нашли, еще нас контролируют. Конечно, тут негативизм уже в дошкольном возрасте может у ребенка проявляться. Отлично. Еще один психолог, Елена Викторовна, потом Андрей, пожалуйста. Я бы хотела тоже поддержать этот тезис по той простой причине, что родители просто сейчас сами как бы отокремливаются от детей, заняты своими жизненными, какими-то материальными проблемами. И, наверное, просто даже не контроль, а скорее всего, наверное, родителям нужно внимание проявлять к ребенку, больше разговаривать, больше интересоваться, как бы даже, ну, и понять необходимо, наверное, родителям, что ребенок, он другой, индивидуальный. То есть ребенок ваш – это совсем другой человек, это не вы. То есть если вы думаете, ну, родители, что я вот была такой и со мной такого не произойдет, или там произошло то-то, то-то, то этого не произойдет с моим ребенком. То есть учитесь общаться со своими детьми на уважении, на внимание. Спасибо, Сергей. Подождите, Андрей, пожалуйста. Очень здорово. Такой темп хороший набрался. Но давайте не забывать, что интернет, прежде всего, в виде соцсетей, информационных, это объекты манипуляции. Или, точнее, субъекты манипуляции. Это, да? Поле для манипуляции, скажем да, так. Да. Ну, я бы сказал, это субъекты. А объектами манипуляции являются как раз его пользователи. Так вот, если говорить... Что я хочу сказать? У нас родители, ну вот вы говорите, там родители должны понимать ребенка, а родители должны понимать, что за инструмент интернет для начала. Потому что для очень многих действительно в самом деле хочется отдать там, дать там планшет, телефон, ребенок сидит в нем, клацает, смотрит бесконечные какие-то мультики непонятного содержания. Там, я буквально недавно сам стал свидетелем того, что я слышу, на заднем фоне идет какой-то мультфильм. Я понимаю, что идет просто ужас. Это просто вот, ну, плейлист идет в YouTube, и как бы, ну, то есть дети маленькие, там 4-6 лет, они это смотрят.
и осознает. Это раз. Ну, то есть родители сами должны понимать, что это такое. Второй момент. Что дают соцсети и дают, скажем, детям, по моему мнению? Это, прежде всего, возможность самореализации в вымышленном мире. Онлайн-игрушки и так далее. Это сейчас тренды. Ну, люди и даже там, ну, грубо говоря, там 17-18 лет проводят бесконечное количество времени в этих вымышленных мирах. Потому что сегодня... Действительно, как раньше было, вот я застал это время, когда вот мама сказала, все, ты не идешь гулять, все, ты под контролем, тебя ограничили. Сейчас как бы не надо никуда ходить. Если родители думают о том, что может, хоть кто-то подумал о том, что можно проконтролировать, забудьте об этом. Ничего проконтролировать нельзя. Google, который знает все, он знает, как и обойти и найти все, что хочет ребенок. И дети сегодня в 10 лет гораздо умнее своих великовозрастных и мудрых родителей, которые знают, как и историю почистить, и все нормально. Поэтому... Любая работа с проблемой начинается со знания этой проблемы. Спасибо. Пожалуйста, Оксана Курина, Дмитрий Канарский, ну и, собственно, вот Оксана Корсак и Александра Финькова, которые еще не участвовали. Приготовьтесь, пожалуйста, Оксана. Абсолютно согласна со всеми собеседниками. В общем, хотела добавить... Много. Первое, что действительно интернет – это всего-навсего средство для общения. Если правильно научиться, им можно извлечь огромную пользу, потому что прежде чем говорить о том, что он вреден, нужно понимать, насколько он полезен. И по поводу контроля, безусловно, контроль – это, ну, так скажем, для взрослого контролировать, ну, очень сложно. Но мне вспоминается такой случай, роман Марингофа про Есенина, и там жена Марингофа, к сожалению, их сын покончил с собой, и вот когда они узнали, это была очень образованная семья, как вы знаете, писатели, в общем, Серебряный век, и их ребенок покончил с собой, и зов, ну, такой призыв матери, контроль, ну, говорит, читайте дневники своих детей, потому что этого можно было избежать. Поэтому вот это очень тонкая грань между контролем, доверием полным своему ребенку, то есть надо как-то очень сбалансированно это сделать. Если контролировать, только ты прочитал в дневнике, что ребенок собирается там что-то с собой сделать. Что? Ты хочешь с собой что-то сделать? Нет, ну, безусловно, не этот контроль, потому что ничего ты не изменишь. Но выстроить доверительные отношения или понимать, почему это происходит, просто необходимо. И это, конечно, задача в первую очередь родителей. Спасибо большое, Оксана. Я вижу очень хорошо, что так активно у вас и участвуют. Давайте вот мы как бы первый круг уже пройдем, чтобы по разу хотя бы все поговорили. Дмитрий Канарский, пожалуйста. Большое спасибо, что пригласили. Я, честно говоря, ожидал, что я приду сюда, буду оппонировать всем, и все психологи будут наперерез говорить, друг другу говорить, что все плохо, интернет там надо контролировать, запрещать. Мне очень приятно, что многие думают иначе, что действительно для меня интернет — это в первую очередь средство самовыражения человека, и от того, что в человеке заложено, то, собственно, ту грань интернета он и будет использовать, и совершенно не обязательно думать, что это какой-то там вред. Точно, по поводу того, что Андрей сказал, что это там пространство для манипуляций, изначально все-таки телевидение всегда было таким инструментом, и его отсутствие интерактивности телевидения как раз, ну там только сейчас зачатки какие-то появились интерактивности, как раз и давало возможность напрямую людям вливать в мозги, но не видя обратного эффекта. Интернет все-таки лучше в этом плане, что человек может выключить там неинтересное что-то, найти что-то интересное, и опять же, для меня самое, ну, то есть я очень против контроля, потому что это, ну, это уже связано с чем-то таким, ну, это, для меня это унижение личности другой, то есть я никогда в жизни не буду смотреть, что ребенок там смотрит в интернете, для меня достаточно увидеть следствие, то есть я увижу следствие его там посещений, возможно, чего-то нехорошего, и, конечно, больше просто внимания нужно уделять ребенку, его интересам, развитию этих интересов. Я вот недавно в гостях был, вчера в гости, так получилось, заскочил к Илье Шполянскому, у него трое детей. И, знаете, человек в 9 вечера сидит и играет с детьми в настольную игру. Какую-то они там купили новую. Ну, и это детей отвлекает. И он просто вот это и есть то, чем можно ребенка увлечь. И я думаю, что они, сидя в интернете уже после этой игры, они, может быть, заинтересуются, может, еще какой-то похожей настольной игрой, а не какими-то там суицидальными группами, о которых я тоже слышал, скажем, но я не придавал этому никогда значения, потому что проявление этого у других детей я не видел здесь. Вот в Николаеве, по крайней мере. Спасибо большое. Ну вот как раз насчет того, у кого из детей есть уже Марина Скорога, я понимаю, ей что сказать. Пожалуйста, Марина. Да, к сожалению, у нас в Николаеве недавно, ну, слава богу, не произошел, но фактически девочку последнюю секунду спасли, потому что девочка собиралась совершить суицид, девочка-подросток.
точно не могу сказать возраст, но примерно 14-15 лет, родители смогли вовремя обнаружить ситуацию и вовремя среагировать. Девочка состояла в такой из групп. Я пыталась и узнала от своего сына. Так получается, что я с детьми, ну, можно сказать, в очень тесном контакте, постоянно с ними разговариваю. Вот все говорят про контроль, я категорически против контроля. Да, я слежу за страницами своих детей, у меня два сына, 15 и 10 лет. Самый тяжелый возраст, я прекрасно это знаю. Я слежу так, что дети спокойно оставляют свои страницы открытые. Они мне настолько доверяют, что они не переживают. Да, они там пишут что-то вполне свое подростковое, то есть то, что они не хотят. Но они настолько мне доверяют, что я не буду читать, что оставляют открытые переписки, все вместе. Я просматриваю со стороны, все страницы. Но каким образом, если я что-то подозреваю, либо я что-то, ну, сомнения у меня есть, я прорабатываю эти разговоры не в отношении своих детей, а на образе какого-то другого ребенка. Да, то есть я беру ситуацию вымышленно или реальную ситуацию, но которая существует где-то в интернете. Вот я прочитала, я увидела, и я вижу реакцию своих детей. Вот со старшим буквально сегодня разговаривал, он рассказывал за эту девочку. Я говорю: Сережа, почему они это делают? Он говорит: внимание. Все они хотят внимания. Я говорю: ну ты что же хочешь внимания? Он говорит: да, им не хватает внимания. Родители, сверстников. Я говорю: ну сверстники осуждают, да. Самое, что мне очень понравилось, что он говорит, что все сверстники осуждают. Есть девочка в школе, которая постоянно режет вены. И сверстники ее осуждают. То есть я понимаю, что реакция детей правильная. Но тем не менее, он говорит, самое главное, нам надо внимание. Поэтому прежде всего родители, я прошу, обратите внимание и говорите со своими детьми. Не просто читайте их не переписку, не ругайте их за это, а просто разговаривайте с детьми. Спасибо большое. Оксана Корсак, Александра Финькова, и потом посмотрим сюжет, так чтобы уже было понятно, о чем мы говорим. Пожалуйста, Оксана. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Тоже имею опыт, естественно, воспитания детей. Старший сын 21 год, когда еще не было, да, у нас социальных сетей. И не было такого повального, как сейчас. И младшему 7 лет, который, к счастью, еще не заходит никуда в интернет, только исключительно, если что-то нужно найти для школы. Совсем согласна, но хочу дополнить, что для того, чтобы были доверительные отношения, нужно в первую очередь выстраивать отношения с ребенком, не когда он подросток, не в 7 лет, начиная с нуля. И выстраивать отношения дружеские. Без конца, я вот своему сыну, да, на своем примере могу сказать, я ему без конца говорю, мы с тобой друзья в первую очередь. Ну и там, соответственно, друзья друг другу не лгут, друзья друг друга, а потом я уже мама и все остальное. Он знает, чем я занимаюсь, знает, что мама занимается защитой прав детей, поэтому зачастую мне иногда напоминает, ты меня вот сейчас наказала, а наказание у нас происходит, это на время мы... в зависимости от его, как говорится, провины, либо это плохая оценка в школе, либо он там не захотел вовремя спать лечь, забирается гаджет. День, два, три. И я так понимаю, что к возрасту подростка мы, наверное, подойдем, когда это будет нормой. У него не будет истерии, что мама или папа наказали путем того, что забрали гаджет. 2-3 дня у нас, неделя бывает, и он спокойно себя ведет. Он знает, что ага, еще 2 дня. Так вот, еще какой я прием применяла вот как к старшему сыну, так и сейчас к младшему, это подружиться с друзьями своих детей. То, что узнаешь от друзей своих детей, в том числе и о своем ребенке, ты больше нигде не узнаешь. Что я для этого делаю? Выходной день, будний день, есть время. Это выехать, мы выезжали там на стрелку в футбол с ребятами погонять. Я зачастую делала так, вот как говорит Марина, по ситуации рассказывала о себе, о своем детстве. Что-то я выдумывала, когда мне нужно было подвести к разговору и у ребенка получить какую-то информацию. То есть становитесь друзьями, в первую очередь, своим детям и их друзьям. Спасибо большое, Аля Финькова. Добрый вечер. Как уже тут несколько раз прозвучало, интернет – это инструмент. Да и телевидение – это тоже инструмент. Инструмент получения информации. Ответственный родитель ребенка обучает использовать те инструменты, которыми ребенок будет пользоваться. Ребенку никогда не дают сразу кухонный нож, капусту и не говорят «наруби салат». Ему сначала отдают возможность научиться с пластилином, там, пластиковым каким-то стеком безопасно резать. И дальше, 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 дальше. То же самое, абсолютно то же самое происходит с информационным инструментом. Ну, раз тут многие собственным опытом делились, я тогда тоже не буду изобретать велосипед. Мы со старшим, с моим, начинали
начале с того, что почему в доме отключили телевидение, вот там мы много лет уже не смотрим телевидение, если оказывались где-то, где работает эфирное телевидение, ах, простите, да, и наталкивались на рекламу, то просто объясняла, вот смотри, у нас мозги не замылены, и ты видишь, что вот тут соврали, вот тут попытались втулить тебе, раз ты маленький, то ты должен делать вот это, но ты же этого не делаешь, просто из-за того, что ты маленький. То есть, ну, воспитывали критичность восприятия и умение слышать то, что на самом деле тебе говорят. Дальше ребенок взрослел, интернет, естественно, стал интересен. Также показывали абсолютно на равных. Ребенок может знать меньше слов, быть более робким в социуме, но он не дурак. Поэтому ему совершенно прозрачно, спокойно показываешь. Вот здесь тебя пытаются заставить купить. Вот здесь тебя пытаются заставить приучить к такой-то мысли, к такой-то привычке. Игры, зачем ими запугивать, если можно объяснить? Любой разраб делает продукт для того, чтобы заработать. Поэтому сначала тебе будет просто интересно, а потом для того, чтобы тебе стало более интересно или продолжила быть так же прикольная игра, тебе нужно будет тратить деньги. Давай проверим. Вот в этой игре я предполагаю, что за неделю, а вот в этой уже послезавтра. Стартуем, стартуем. О, послезавтра. Мама, уже нужна пятерка там баксов на то, чтобы купить какой-то там меч или еще что-то. Ну, то есть эксперимент сработал. И ребенку просто рассказать, просто показать. И тогда, зная, что родители в теме, зная, что родители просто на пальцах могут показать, но при этом не наставительно рассказать, а дать пощупать, как тот же нос с капустой, в конце концов, может состояться, и интернет, и игра, и все что угодно, можно спокойно... Спасибо. Хотя я, честно говоря, думаю, что тут на самом деле как бы тоже все вот очень так зыбко, потому что я еще раз говорю, я, в общем, тоже из российской, ну, благо, новая газета, в общем-то, хоть и российская, все-таки вполне заслуживающая внимания, источник, узнал вот об этих суицидальных группах и узнал о том, что там как раз с детьми работают взрослые люди. И уж точно они не предлагают что-то купить. И что самое страшное, вот Оксана Куриная, как раз, которая тоже занимается практической психологией, рассказала мне на ночь потрясающую вещь, что оказывается вот методом НЛП можно человеку, например, в человеке укоренить шизофрению, то есть просто заложить в нем, скажем, раздвоение личности. И я думаю, мы вот как раз вот перед передачей говорили о том, ну а зачем это может быть нужно? Может быть, не знаю, может спецслужбы отрабатывают какие-то методы промывки мозгов для взрослых. Судя по нашей Наде Савченко, вероятно, не безуспешно. Не знаю, но тут все-таки все не так просто, как говорит Аля. Пожалуйста, на реплику, и давайте посмотрим сюжет. Я всех вижу, все получат слово, да, пожалуйста. Это я говорила о том, что когда ребенок только знакомится, а по поводу суицидников мы с малым, с моим разговаривали, он меня спросил, а зачем они это делают? Я говорю, ну, может, просто покрасоваться. Ты можешь для них оказаться просто фоном для их понтов. Мне не важно, зачем они это делают на самом деле. Подростку оказаться фоном для чьих-то понтов смерти подобно. Как на его фоне будут красоваться? То есть защитить его можно и вот таким. Хорошо, короткая реплика Тани Локацкой, и посмотрим сюжет Дениса Костенко, пожалуйста. Объясняю, вот мы родители с детьми разные, это то, о чем говорили, я с дочкой очень разная. Она эти группы видела, она говорит, я тоже не понимаю. Но я понимаю вот как раз, что такое НЛП, когда у нее в определенный момент все прекрасно, ей это не нравится, но в определенный момент что-то щелкнет в голове, и мы, ну, сделать ничего не сможем. Мы прекрасно знаем, это психология. Как бы мы ни разговаривали, то есть я за то, чтобы ограждать. Я только сижу, меня уже рвет на части по двум моментам. Мы не знаем, что им и когда скажут. Хорошо, чтобы вас не разорвало, Анна Леонидовна, давайте, пожалуйста, выпускайте пар, и потом посмотрим сюжет. Значит, два момента, смотрите, вот два момента. Давайте вспомните, когда просто были письма. Если бы родители вскрыли наши письма, какая была бы наша реакция? Вот такая же реакция у детей, когда мы их контролируем. У нас психологи Института последипломного педагогического образования подобрали интересные статьи психологов всей Украины, и там есть сайты и ссылки, вернее, для родителей, как контролировать, как заходить в журнал и видеть, на каких сайтах был ребенок, не читая его переписки. Потому что сегодня детям предлагается раздеться и сфотографироваться, и выложить в интернете. То есть вопрос не только в суицидах, много другого вредного. Говорится о том, каким наркотикам отдать предпочтение и так далее. Там все это написано. Собрано несколько статей. Поэтому, дорогие родители, заходите. Есть ссылка, как увидеть, на каких сайтах бывали ваши дети.
И вовсе не обязательно читать переписку, если у вас пока еще не такие доверительные. Это первый момент. Теперь второй. На самом деле, вот любой прием психологии можно использовать так, что можно свести к хорошей, сильной манипуляции. Понимаете, да. Все забыли еще о цыганском гипнозе, так называемом, в народе, да? Вот, да, совершенно верно. Совершенно верно, научный термин его, понимаете? Поэтому, а он более опасен, чем то сейчас, о чем говорят НЛП. Поэтому давайте не преувеличивать вот тем приемом, который сегодня используют психологи, да. Хорошо, спасибо. Итак, давайте посмотрим сюжет Дениса Костенко, чтобы стало понятно, о чем мы вот пока так обеспокоенно говорим, потому что мне кажется, что для людей, которые лично с этим не сталкивались, это все выглядит такими, знаете, голливудскими страшилками. Давайте посмотрим сначала, так сказать, теоретический сюжет, а потом у нас еще есть два практически с конкретными людьми. Сюжет Дениса Костенко о вот этих самых сайтах. Пожалуйста. Кожні 15 секунд у світі народжуються немовля. Кожні 18 помирає людина. Кожні 40 коїться самогубство, з яких кожне 20 закінчується летальним результатом. Решта спроб позбавити себе життя призводять до тяжких травм та інвалідності. Самогубство – 15-та причина смерті в усіх вікових групах. В той же час це друга причина смертності серед молоді віком від 13 до 25 років. Слід визнати безперечний факт – суїцид став трендом серед підлітків. Жахлива мода накласти на себе руки заради популярності. Чималу роль в цьому відіграють соціальні мережі, точніше деструктивні групи закритого типу. Там є все, що потрібно морально незрілій людині. Анонімність, формальна реєстрація, рівноправний обмін інформацією незалежно від реального статусу. Соціальні мережі правоохоронцям контролювати дуже складно. Більш того, в державі проблемою груп смерті в соцмережах ніхто не займається. А вступ до будь-якої сумнівної деструктивної групи є добровільним. Бажаєш – приєднуйся. Ні – до побачення. Ніхто не примушує. Десятки смертей. Школярів підводять до фатального кроку, радять, як це зробити. Все подається в цікавій ігровій формі. Спочатку необхідно виконати завдання по типу протримати руку над вогнем протягом декількох секунд або порізати собі руки і викласти фотозвіт про зроблене. Фінал таких квестів – скоєння самогубства так, як вкажуть учасники чи модератор. Клуби самовбивць – не нове явище. Історія знає чимало прикладів. Про це писали в книгах, знімали фільми. З активним розвитком інформаційних технологій зберегти дитину від впливу деструктивних груп стає дедалі важче. Звертайте увагу на те, чим захоплюється дитина, які ресурси відвідує в бурхливих водах інтернету. І якщо мають місце кити чи метелики – це сигнал для батьків. Бо яскрава комаха, котра живе один день, чи найбільший савець на планеті – популярні символи груп смерті. Итак, мы уже опять в эфире. Я так понимаю, у наших гостей было что сказать у всех, кроме Анны Леонидовны. Пожалуйста, я готов вам предоставить слово, потому что, как мне, в общем, представляется, ну, именно вот детские психологи, именно психологи практикующие, сталкиваются, ну, если не непосредственно вот с такими вещами, то, ну, с вещами, которые так или иначе, ну, могут привести вот к подобным последствиям. И вот правильно Татьяна говорит, да, с одной стороны, кажется, все просто. Очень, знаете, вот это соблазн простых решений. Там ребенок покончил с собой, потому что внимания ему не уделяли, да, или там потому что в школе дразнили. Но на самом-то деле, вот действительно, вот эти вот технологии, которые, ну, самым циничным образом, вот, изощренным образом отрабатываются на детях, они и абсолютно здорового, счастливого, благополучного ребенка могут привести вот таким страшным мыслям. Сейчас вижу, Марина. Поэтому мы говорим о том, что такое есть. Обратите внимание, такое может случиться. Мы говорим о том, что, в принципе, вот есть такие симптомы. Обратите на них внимание, если. Но можно ли как-то тем родителям, которые, ну, кажется, благополучная семья. Вот, пожалуйста, Марина Сорока на одной из передач рассказала. Благополучная семья, все хорошо, все нормально. Папа поставил ребенка, отчим, поставил ребенка на 10 часов на колени на соль. На сколько? 16. На 16 часов на колени на соль. Ребенок чуть ног не лишился. В итоге работники социальной службы, которые здесь были, только через 4 дня после передачи пришли в эту семью. А семья вроде бы благополучна. Ну, мало того, папа сидел два раза. Ну, большое дело. А так вроде все нормально. При заключении службы по делам детей, потому что мама хорошая.
Ну вот, причем мама, которая все это позволяла, а там история была такая, мальчика наказали, он типа ест очень много, ему есть не давали. Ребенок стал бутылки собирать, и в конце концов, ну там себе на пропитание. Ну и в конце концов нашел какие-то там деньги, видимо там родители украл, его наказали таким образом. Так вот, что самое страшное, папа получил вот совсем недавно при полном попустительстве, мы об этом еще будем дальше говорить, службы по делам несовершеннолетних, получил условный срок, ребенок в этой семье с этими родителями, и можно себе представить, что там будет дальше. А семья вроде благополучная, и все хорошо. А сейчас эта семья закрылась, и в принципе там никому нет дела. Папа контролирует, мама контролирует, ребенок ни с кем не общается, потому что товарищи, которые рассказали об этом случае, предатели, видишь, что чуть папы не лишился, чуть маму несчастную не сделал. И в результате в этой вот благополучной семье может произойти все, что угодно. Поэтому вот такие вот истории, они на самом деле очень пугают. Пугают не только тем, что могут произойти вот у нас под боком, а еще и тем, что мы вот бессильны. Сотрудники вот полиции, которые занимаются как раз вот детскими вот с этими всеми вопросами, так прямо серьезно интересовались, а не боимся ли мы каких-то последствий, потому что вы же понимаете, вы сейчас расскажете про папу-уголовника, у вас проблемы начнутся и так далее. И ничего, в принципе, ну то есть я еще раз говорю, рецидивист, дважды судимый, который едва не сделал собственного, ну не собственного сына, там, а сына своей сожительницы, своей жены калекой, на свободе, и ребенок находится в полной его власти. Такие истории тоже бывают. А семья вроде бы благополучная. Поэтому вот самое главное, о чем вот хотелось бы, чтобы никто не думал, что либо с нами, либо рядом, вот ничего не случится. Все может случиться прямо у нас под носом. Так, хорошо, вот давайте, Марина, и потом вы, пожалуйста. Да. Сразу два аспекта. Ну, во-первых, по поводу благополучия. Вроде бы благополучная, это псевдоблагополучная семья, наименее изученная. Это во-первых. Во-вторых, ничего себе, слышу благополучие. Папа там дважды сидел, мама то-то. Ну, то есть должны быть четкие критерии, то, что тоже у нас не хватает, четкие критерии благополучия, потому что у каждой сферы науки свои критерии благополучия и неблагополучия. И вот это нужно четко для служб. Ну, а теперь что касается вот этих вот групп, да, ребенок, у которого есть дома хорошая поддержка и понимание родителей, как бы его жестко не троллили в школе, суд с этим не закончит. Дали приглашение в эти группы, они-то закрыты, не так-то легко попасть. Обычно приходят, находят их, а не они сами ищут. И опыт той же России, когда пошли по легкому пути контролировать и запретить, привел лишь только к тому, что возрос интерес к этим группам. Вместо того, чтобы запустить какую-то социальную рекламу. Да, это было бы длительнее, да, которая бы противодействовала, такую вот социальную прививку. Это было бы длительнее, но это было бы более эффективно. А так только получили обратный эффект, возросший интерес к этим группам. Понятно, спасибо. Пожалуйста, вот ваша рука, я всех вижу, все получат слово. Пожалуйста, да. Вы знаете, я хотела бы сказать, что, ну, наше такое бытовое, да, сознание, восприятие, хорошая семья. Но есть такое выражение, дьявол прячется в деталях. Мы ведь не всегда очень внимательны к тому, что происходит, правда? По поведенческим маркерам, по взгляду, по отношению к ребенку, по тем формам общего какого-то мероприятия, что мы в семье проводим. Да, вот вы говорили, да, вот Шполянский сидит, играет с детьми. Ведь это классная вещь. Они вместе за этой игрой переживают одну общую эмоцию на всех. И взрослые, и дети. А где мы еще переживаем эти эмоции все вместе? Да? Только в такой деятельности. И поэтому я хочу вам сказать тут еще один момент. Проводили исследования, это достаточно были серьезные ученые, которые этим занимались. Вот вы проговорили, что это был отчим, да, вот в этой семье. Так вот, были исследования проведены, когда дети уже подрастали, да, то они, как правило, обвиняли в этой ситуации, что случилось с ним в жизни, не папу, насильника, а маму. Потому что мама самоустранилась эмоционально, и она проявила равнодушие к жизни своему ребенку. А вот это равнодушие психологическое, оно как раз и говорит о том, что ребенок это воспринимает как предательство, провокацию и так далее. Поэтому, мне кажется, нужно понимать, какого мужчину женщина приводит в свой дом, и какие взаимоотношения выстраиваются с этим ребенком. Она четко должна понимать, что делает папа и ее сын, когда ее дома нет. Это очень важные моменты. Поэтому мне кажется все-таки, что мы с Анной Леонидовной проговаривали. Первое референтное лицо, которое определяет качество жизни ребенка, это мама. Она его на 9 месяцев больше знает.
И поэтому, как правило, вот этот разрыв эмоциональный, как говорили, да, разрыв симбиоза матери и ребенка, как раз вот она открыла двери для насилия, то же самое психологическое над своим ребенком. И, кстати, можно еще фразу, да? Да, конечно, конечно. Смотрите, мы говорим о том, что не нужны, не интересуются, но есть же еще другая вещь, это отчуждение. Отчуждение, да? Я помню, да, ситуацию, когда мы работали с Мариной Александровной как раз одной студенткой, и она обвиняла маму в том, что она не развелась с папой алкоголиком. Да. А мама работала на трех работах. И работала для того, чтобы учить двоих ее и еще одного ребенка этой семье. И почему она тянет папу алкоголика, а не бросит его? То есть к папе не было никаких обвинений. Понимаете, весь ужас. И получается, вот это непонимание, вот это отчуждение создало очень море проблем. Но благо, что она попала на тренинг по лидерству, а вышла на то, что там на индивидуальные консультации и так далее. То есть удалось помочь этому ребенку. Но она была в глубоком отчаянии. Понимаете, да. Поэтому здесь, это правильно говорит Татьяна, тут гораздо глубже, не все так просто, как это кажется на первый взгляд. Хорошо, спасибо. Дмитрий Канарский, Сергей и Татьяна, давайте. Я хочу отметить все-таки, что люди убивали себя очень давно, и опять же сейчас ничего не происходит нового, всего лишь меняются средства. И поэтому обвинять там интернет, ну, его можно точно так же обвинять какие-то изменившиеся там, действительно, ножи керамические, они там острее, чем обычные, и более долговечные. Я, конечно, понимаю, что сейчас будет тоже дискуссия, я оппонирую немножко Али, она упомянула то, что она, ну, скажем, сделала ум ребенка чище тем, что она не разрешает там смотреть телевизор, ну или они всей семьей не смотрят телевизор. Но я напомню, что какой эффект получается, когда ребенок не ходит в детский сад, ну кроме там социальных каких-то моментов, он не болеет всеми теми болезнями, которыми переболели дети там в 3-5 лет, и, соответственно, он их подхватывает уже в более взрослом возрасте, потом это проблемы гораздо больше. И вот у меня одна знакомая была, она росла в очень закрытой семье, у нее там строгий отец был, и она там до 10 класса, она была, грубо говоря, на машину посадили из дому и высадили в школе, и очень внимательно следили за этим, да. Чем это закончилось? Тем, что, получив какую-то там свободу в институте и так далее, она, воспользовалась этой свободой гораздо больше, чем даже родители даже могли себе представить. И она сама это признавала, то, что действительно именно этот тотальный контроль и вот это отсутствие, этот вакуум информационный, он сыграл свою злую шутку. Поэтому я считаю, что нужно обязательно давать в каких-то порциях, и тот же телевизор, опять же, нужно смотреть, просто, может быть, не перебарщивать, и обращать внимание на это. Если можно, да, конечно, коротко, да, там, по поводу Марины, она упомянула то, что там, все-таки нужно контролировать. Я напомню, что человечество все время улучшается, мы развиваемся, и развиваемся, если мы возьмем отдельно взятую там ячейку страны, это семью, то дети, как правило, умнее, чем родители. Это нормально, каждый из нас, наверное, считает себя умнее своих родителей, но почему-то считает своих детей не такими умными, как он сам. То есть это так не бывает, дети действительно часто умнее родителей, поэтому если вы будете пытаться контролировать их, то поверьте, вы даже просто не заметите тот момент, когда они сделают так, что вы будете думать, что вы все контролируете. На самом деле они уже будут на шаг впереди, поэтому я считаю, что это заранее обречено на провал. Большое спасибо, Аля, ответит. И потом у нас участники. Пожалуйста, Аля. Да, я уточню акцент. Безусловно, социальной депривации мы своему ребенку не устраивали. Он знаком с телевидением, нет бесконтрольного. Когда он был совсем мелким, было чудное время, когда, я не знаю, просто как сейчас, когда все криминальное, мозги по стенам, шло замечательно в прайм-тайм, там, в 12 дня, и всякое прочее. Естественно, я своего ребенка от этого стала защищать, поскольку он еще был не способен справиться с этой информацией, чего и желаю родителям. Рано 5-летнему смотреть на мозги по стенам. Рано. Позже он с этим столкнется, научится это преодолевать, а пока рановастенько. А кроме эфирного телевидения есть еще много всяких разных, уж не представителю дикого сада рассказывать, какие разные есть телевидения, и как можно ребенку предоставить возможность получать современную полную информацию, при этом защитив его от информационного насилия. Спасибо. Оксана Куриная, просто, я так понимаю, хотела, чтобы прокомментировать, потом Сергей Гусиди. Да, почему-то фраза мне напомнила про цыганский гипноз, когда цыгане ищут именно человека с очень грустным, отсутствующим взглядом, чтобы там что-то ему наговорить. Я вспомнила фильм «Чат»,
И хотела сказать, что на каждую жертву есть обязательно свой палач. И почему-то нам кажется, что какие-то лидерские качества или какое-то там стремление к какому-то доминированию, это, в общем-то, здорово и классно, но, как в том же фильме «Чат», мы понимаем, что это обратная сторона медали. И именно, может быть, не всегда даже взрослые, а именно такие очень жесткие дети, которым необходимо как-то проявить эту свою темную сторону, тоже участвуют вот в этих страничках, вот в этих группах. Поэтому как бы контроль хороший, правильный, как мы уже услышали, тоже необходим, наверное, в этом направлении. Никто не хочет, чтобы ребенок был жертвой, но насколько мы увидим, когда ваш ребенок палач? Ну, вот такое... Спасибо, Сергей Гусидий. Вот как раз вот такая рубежная тема, да, лидерство, да. И так я далее. Я хотів, потом, да, так як я затронув цю тему, кожен висловлює, я так зрозумів, у нас тут жінок, мам більше, вони висловлюють свою точку зору як мама, яка дитину. Я хочу висловити точку зору як вчитель та викладач. В інститутах, ну, ми трошки заглубились, інтернет, суїцид, я рекомендую, ну, і бачу, що повинно бути, як є, от в вищих навчальних закладах є предмет медіабезпека, де вчать студентів. Це повинно бути і в школі медіабезпека. Не ми беремо інтернет, ми беремо, ну, там, соцсіті, ми беремо інтернет-магазини, рекламу, все. Повинні бути, якщо немає контролю, якщо не буде контролю дорожнього руху, що буде? Хаос. Є правила дорожнього руху. Я рекомендую, ну і бачу, що повинні бути правила користування інтернетом. Дивіться, ми не говоримо, гаю брали. Я кажу, що треба правила, які для дітей, ну, такі розумні створити, правила відносин, ну, в інтернеті, в інтернет-магазинах, в соцсетях. І коли всі будуть використовувати, ну, рухатись, виконувати ці правила, буде, ну, чітко. Якщо не буде контроль, ну, буде хаос. Візьміть безконтрольність на дорогах, не буде світлофорів, це все. Тобто, моє це бачення, що повинно бути медіа без школах, якісь курси, якісь предмети, де дітей будуть показувати оцю всю, ну, що ми бачили, до чого їх може привести. Давайте якось батьки будуть проводити курси медіабезпеки, вчителі, щось розробимо і поступово будемо дітей. Ну, культура міжособистісного спілкування, бо безпека це щось страшне. Ні, Марина Олександровна, це дуже слушна думка, але я хочу сказати, що... Медіабезпека, правила користування, культура спілкування в соцсетях. Це, так, використовувати цей інструмент, як ми всі кажемо, інтернет, правила використання, вірно, щоб це роби, це так роби, бо поїдеш, приб'ють, зроблять суїцид. А якщо так зробиш, то це правила. Хорошо, спасибо. Ну, я понимаю, что Сергей, как человек военный, ему как бы вот хочется, да, чтобы все было параллельно и перпендикулярно. А давайте, пожалуйста, по минуте вот наши гости, для того, чтобы уже действительно вот дать экспертную оценку. И опять вернемся к экспертам. Пожалуйста. Цікава думка. У нас є предмет безпеки життєдіяльності. У нас викладається психологія, як факультативно. Можна просто оці теми, оці матеріали, як медіабезпека сьогодні, тобто не чекаючи окремого предмета, як воно там прийде на рівні міністерства, сьогодні про це поговорити. Це беру для себе, ні, беру, будемо... Де є медіабезпека, і діти в школах проводять медіабезпеку і розповідають. Інститутом післядипломної освіти будемо зараз правити. Сергій, Ганна Леонідівна, ось дивіться, ось це той самий чарівний момент, ради якого ми взагалі працюємо. Тут зараз, ось в прямому ефірі, народжується нова ідея. Ідея, яку, як я розумію, Сергій пропонує і готовий реалізовувати, Ганна Леонідівна готова запроваджувати у школах. Будь ласка, я дуже сподіваюся, що те, про що ви кажете, і те, що Ганна Леонідівна готова підтримати, воно вже буквально завтра почне реалізовуватися. Я написав, щоб це була передача, що ми обсудили це. Ну, звичайно. І застерігаю, не треба тут спрощувати. Коли ми почали, якось я приготували приклад, коли ми говорили про сексуальні стосунки, безпеку та інше, у нас представники релігійних громад виступили і заборонили цей курс і ці підручники, навчальні посібники. Тому тут треба фахово підійти до цього. Все. Тому будемо тільки з фахівцями. Дуже добре, але я сподіваюся, що після цієї програми буде про що поговорити, вже обмінюючись телефонами. Будь ласка, Ірина Сергіївна. Ну, я хотіла би сказати, що ми говоримо дуже хороші речі, правильно, але мені хотілося б акцентувати увагу, що все-таки в психології нет, як в медицині, однієї таблетки, коли ми її випили, і все класно, хорошо. Здесь настільки має бути індивідуальний, диференцірований підход. І все ситуативно. Конечно, дуже ситуативно, тому що, обратите внимание, любая ситуація, да, жизненная, ну, все, что мы вот сталкиваемся, она потенциально опасна в каком плане? Пускай 10 человек попали в эту ситуацию, переживают, а я сижу спокойная.
Да? Вот поэтому, как правило, мы должны выстраивать такие индивидуальные вещи каждому ребенку. Один это воспринимает так, а другой иначе. И поэтому диалог классно, но диалог должен быть выстраиваться интимно глубинный, который отвечает индивидуальности этого человека, этого ребенка. А я хочу вам сказать, вот извините, я не знаю, Сади. Как зовут молодого человека, который в телефон смотрит сейчас. Да, да. Вы его так и называете. Молодой человек с телефоном, которому на самом деле ни до чего нет дела. Да, кстати. В глобальной сети. Я как раз смотрю, что я суицидал. Но есть один такой момент. Поведенческий маркер. Товарищ качественно выпал на 2 минуты из нашей дискуссии. Поэтому обратите внимание, этими все вещами делают и дети на занятиях, и на лекциях. Это один из элементов качественного вхождения вот в тот социум, пусть маленький. Но, конечно, поэтому я и говорю, тут очень все, да, вовлеченность. Кто стоит на светофоре на червоной, кто поехал в баре. Ну, понимаете, в самом начале должно быть сформировано здоровое ядро моего «я». Вот когда оно крепкое, самодостаточное, творческое, да, когда я знаю, что делать со своим временем, а вот знаете, как один, не буду загружать фамилиями, один классный психолог сказал, если на этой земле есть ад, то это место, где присутствует скука. И поэтому мы с вами, в основном и наши дети, она в основном как потребители. Мы включили интернет, включили телевизор, и мы, как я говорю, вот эту соску сосем. И мы хотим получить удовольствие. Помните, главный принцип жизни – это принцип удовольствия. А его я не получаю. И что за потом идет? Разочарование. И я нахожу новые какие-то раздражители и так далее. Поэтому очень все индивидуально. И поэтому, если деформированное наше «я», то мы вот как раз и попадаем в такие ситуации. Еще до вашего психолога мудрые, не знаю, кто, англичане или американцы, сказали «idle hands for devil's work», то есть праздные руки для дьявольской работы. Конечно. Так что, в общем-то, где-то так оно и есть. Да. Пожалуйста, Ольга Викторовна, Елена Викторовна, пожалуйста. Я просто хотела сказать, я так представила, вот интернет же, да, мы еще и по-другому называем ее паутиной, да. Я просто представила, как мы создадим вот правила вот в этой паутине, как правила дорожного движения, да, по крайней мере, ну вот если вот так вот. Мне кажется, что прежде чем говорить о медиа безопасности, как бы, да, в глобальном таком понимании его, наверное, надо просто говорить вот... Я как практикующий, ну, практически психолог в школе, просто уделять больше внимания каким-то таким вот тренинговым проведениям, мероприятий. Формам. Именно, да, формам работы, консультациям, беседам, каким-то родительским всеобучим, чтобы общаться, понимаете, вот глаза в глаза. Вот так, вот так, вот, и как-то проявлять и показывать вот свои эмоции, получать эмоции формы, от детей. Формы, это может быть и формы, спілкування, это может быть можно, ну вот, вебинары, может быть, как-то. Прежде чем к департаменту образования, вот давайте создадим формы, сейчас и будем формы, распространять. Давайте начнем с малого для того, чтобы выйти на большее. И когда вот тянется это все, вот оно как-то и сформируется. Ну, мне, честно говоря, в этом отношении большие надежды внушают то, что Анна Леонидовна за это берется, потому что она как раз вот человек, который теорией занимается в тесной связке с практикой. И поэтому то, что предлагает Сергей, я уверен, она как раз найдет правильные способы это реализовать. Пожалуйста, Татьяна Локацкая. Ну, в общем, я вижу всем, тут по очереди все поговорят. Пожалуйста, Таня. По поводу начинать тренинги с детей. Нет, с родителей. Я сама знаю, какое стрессовое состояние было у моего ребенка при разводе. Сама знаю, какое было при переезде. Лариса сменила место жительства. И она мне в этом когда-то призналась, разговаривала. И не избежишь, это стресс. Но хорошо, меня поддержали при разводе родители. Вы рассказывали про женщину. Мы столкнулись недавно с случаем, когда мать, которую бьют дома, а ей некуда деваться с детьми. Ее заклюет общество за то, что она мать-одиночка, она же сразу станет проституткой обязательно. И ее обязательно соцслужба скажет, да нету проблем. Вот сейчас к нам обратилась мать, у которой ребенок просто неуправляемый, у него такой переходный возраст. А ей пойти некуда, соцслужбы говорят, ну а чем мы вам поможем, у вас же благополучная семья. Все,
куда он пойдет, есть варианта два. Либо он пойдет где-то в уголовщину, либо он зависнет в том же интернете, пока мать будет пахать. То есть начинать все-таки надо с родителей. Мне на тренингах, как журналисту, мне повезло, я езжу на электронную безопасность и интернет-безопасность. У меня Лариса знает, какие пароли. Мы недавно забыли пароль, пока не вспомнили, взломать не могли. То есть она умеет себе пароли, она у меня обучилась в бизнес-школе, она это все знает, обучилась в компьютерной школе. То есть она знает, как себя, по крайней мере, защитить от взломов, от всего остального. Тем не менее, не избежать. Она тоже попадает в общение с людьми и в общение с группами, в основном со взрослыми. Но пока родители не объяснят, не донесут, вот они создают легкие пароли, которые мы можем легко взломать. Легко мы их можем найти, обнаружить в интернете, легко установить их данные, даты рождения и все остальное. Это пока родители не сделают, детям сколько не рассказывают, пока родители сами не будут знать, какие, где будут последствия, ничего не сделаем. То есть начинать надо со всей семьи. Всех вижу, всех, все слово получат. Пожалуйста, Оксана Корсак раньше поднимала руку. Я хочу здесь тоже, мы с Татьяной, видно, в унисон думали об одном и том же, что когда предложили внедрить это сразу в школе и детям донести, чтобы они это видели, слышали, ну, во-первых, я где-то буду против, потому что те дети, которые и никогда не знали об этом, они заинтересуются. И говорить, что это может остановить тех, кто хочет покончить жизнь самоубийством, его то, что скажут, расскажут в школе, его это не остановит. Он осознанно на это идет. Осознанно путем манипуляции взрослых. Касательно вас как психолога, я сейчас вспомнила историю вашу со школы. Когда я пришла к вам на открытый урок, не открытый урок, а урок по... Урок журналистики. И я представилась, кто я, и буквально сказала два слова. Я была в этой школе новый человек. Я представилась, они знали, что я от офиса уполномоченного президента по правам детей. И в конце, когда закончился урок, ко мне подошла девочка. Она сейчас уже не учится в вашей школе, ее судьба очень печальная, ну, на мой взгляд. С мамой у нее отношения не налажены. И она мне рассказала то, что не знали ни вы, ни мама, ни директор. Меня это натолкнуло на мысли, что, наверное, чаще нужно приглашать в школу психологам, социальным учителям, да, посторонних людей, которые придут, оставят свой телефон, ну, опять же, в коммуникации с вами, с директором школы, и они расскажут нам то, что мы подойдем к вам и скажем, вот там есть проблема. Вижу Аля, а раньше Дима был. Дима, пожалуйста. У меня очень большая просьба, у нас хорошо ловят микрофоны, поэтому гул стоит постоянно и не слышат ни вас, ни тех, кто выступает. Пожалуйста, давайте говорить по очереди. Дима, пожалуйста. Я считаю, что, ну, мне кажется, что Таня немножко сгущает краски по поводу статуса матери-одиночки, общественного статуса такого. Да, отец-одиночка. Вы никогда не станете матерью, да, я слишком стар для этого. И по поводу... Я небольшой хочу сказать вот такой нюанс. Вот вы пытаетесь создать правила для поведения в интернете, там какой-то свод правил. На самом деле это могут быть только рекомендации, потому что на самом деле интернет это миллиарды людей, объединенные каким-то способом очень интересным. И этот организм, он самоорганизовывается. То есть тут не нужно выдумывать никаких, как мне кажется, правил. Все, что вы, вот, все, чем вы стали, когда вы вырастали вот как человек, и ваше умение общаться с людьми, оно вам пригодится в интернете. Там совершенно не нужны никакие правила. Все, что вам нужно знать, это то, как им пользоваться, но не как вести себя в нем, потому что ведете вы себя в нем так, каким человеком вы являетесь. Поэтому я считаю, что это только рекомендации могут быть, и только рекомендации технического характера, но не более. Ну, это мое мнение. Спасибо. Пожалуйста, Аля, Андрей, который таки, что я так понял, что-то нашел в телефоне, хотя бы в оправдание того, что он полпередачи в нем сидел. Потом вот ваша часть, пожалуйста. Ну, я ударю мизантропией и жизненным опытом по оптимизму. Когда как-то в младшей школе, когда мой ребенок был, я попыталась провести ряд тренингов, поскольку обстановка в классе была не очень хороша, в классе там все время были какие-то негоразды со сменами учителей, и, ну, я понимала, что сами не справляются с динамикой происходящей, ну, сапожник без сапог, ну, совсем уж не смешно, и, естественно, ну, мечтатель-хохол, я говорю, девочки, мальчики, на родительском собрании
будет крайне неправильно, если я буду приходить только к деткам. Правильно, если мы будем заниматься вместе с родителями и с детьми, пусть это будет буквально несколько групповых больших занятий, но это запустит. Объяснила на пальцах, покивали, ну теперь угадываем, да, что было на ближайших занятиях. Пришло полтора самых ответственных, которым не было проблемы, и они могли бы не приходить, все остальные не пришли. Поэтому занятия с родителями – это мечта несбыточная абсолютно, то есть ну, на это даже не надо рассчитывать. Ну, просто, ну, это реальность. Это по школе. Да. По медиабеспеки я с интересом наблюдаю в той же соцсети, в Фейсбуке, за Сергеем Горбачевым в Киеве в лицее, бывший журналист, теперь директор школы. Очень успешный опыт проведения предмета, чему я вам, вот, чтобы не забыть, скажу сразу здесь, прямо в эфире. Есть куда посмотреть, есть где. И я считаю, что этому нужно обязательно делать, хотя бы из-за того, что многие родители никогда не дойдут до того уровня использования интернета и техники, на котором уже сейчас находятся их дети. И родители просто не смогут это передать, даже если мы попытаемся родителям дать эти знания. Они просто этим не пользуются. Ну, есть люди, которым это не нужно, они считают, что они без этого себя чувствуют замечательно. А детей мы выпустим на уроках труда, они научатся пользоваться молотком, а информационным инструментом они так и не научатся пользоваться. И попадают в ситуацию подросткового возраста, сомнений, страхов, любопытства, ощущения себя взрослым, самостоятельным, умеющим принимать решения, при этом с вакуумом жизненного опыта и с отсутствием места, куда можно сунуться за помощью. Пожалуйста, Ирина Сергеевна, единственный способ оторвать Андрея Острова от его гаджета, это дать ему микрофон. Пожалуйста, Ирина Сергеевна, потом Андрей Остров. Я очень поддерживаю все, что говорилось, с одной такой небольшой ремаркой. Я очень уважаю, люблю тренинги, но предвестником тренинга должна быть все равно индивидуальная работа. И с родителями, и с детьми. Понимаете, говорят в народе как? Большая беда, вернее, малая беда кричит, а большая молчит. Если меня так достали, да не сяду я в ваш тренинг, ваш кружочек. Не хочу, я не хочу сейчас выносить. У меня вообще вербальная система может быть закрыта, я не хочу даже это проговаривать. Поэтому везде психологи должны, прежде чем проводить тренинги, групповые работы, это то слабое звено, которое у нас есть. Мы занимаемся всеми, а конкретно у нас очень мало работы индивидуальной. И поэтому, когда вот два тезиса таких, правильно мы с вами говорим, вначале формируется сознание, потом оно идет к чувствам. Вначале индивидуальная работа, потом идет тренинговая, групповая и так далее. Поэтому почему вот, Анна Леонидовна, я вас поддерживаю? Да, вы понимаете, если приходит в школу чужой специалист, и ему доверяют больше, чем мне, как профессионалу, учителю, а я доверенное лицо общества, в первом классе, по крайней мере. Если я специалист, который, да, проявляю эмпатию и так далее, я психологическая служба. И представляете, если мне не верят, а чужому человеку расскажут, значит, что-то не так в наших специалистах, в нашем взаимоотношении. И вообще проблема взаимоотношений людей сейчас крайне такая, скажем, проблематичная. Я поддерживаю все, что вы сказали. И мне не надо выстраивать модель поведения в интернете. Но обратите внимание, я ж не вижу обратную связь. Мне не понравилось, что вы там про меня написали. Я поставила точку и закрыла. И я вам не отвечаю. Вы не видите моих поведенческих маркеров, вы не видите моего движения тела, лица, глаз, нет обратной связи. И обратите внимание, дети приучаются ее не получать. Вот поэтому им по барабану, извините за этот сленг, что я чувствую, а я хочу так. Его не интересуют мамины чувства, он не привык получать и реагировать. Вот поэтому мне кажется, что вот эта обратная связь, диалог, они очень важны. И все это классно, но опять-таки должна быть вот эта золотая середина, и очень индивидуально должно быть. Большое спасибо. Я вижу все вот ваши руки. Давайте все-таки мы вот здесь закончим с Андреем, потом уже перейдем к вам, и вы все наговоритесь вдоволь. Или начнем. Ну, посмотрим. Ну, в общем, что он там вредный, очень супер вредный интернет, который тут все возненавидели и начали правила выдумывать. Я секунду, я закончу. Вы сейчас. Да, я вот как бы вас всех прекрасно слышу, но краткий анализ в этом же интернете. 2013 год я нашел полностью аналитику по суицидам. Во-первых, начнем с того, что суицидов взрослых в два раза больше, чем детских. То есть график, который мировой график, доследженный этим Всемирной организацией здравоохранения, который говорит о том, что с возрастом количество суицидов увеличивается. Это первый маркер. Второй маркер.
Есть страны, вот, да, вот послушайте, внимание, первую десятку стран, которых, ну, у первых вообще ноль суицидов, да? А у вторых там, ну, очень маленькое количество, суициды меряются количеством суицидов на 100 тысяч человек. Значит, Лихтенштейн, первое место 0, Монако 0, ну, они, видимо, делят там первое место. Сингапур, Япония, Исландия, Гонконг, Кувейт, Французская Полинезия, Индонезия, Швейцария, Алжир. Это первое минимальный суицид. Украина 104 место из 268 стран, США 108 место и последнее, внимание, самый зараженный интернетом Гондурас. А то, что мы тут все мы говорим, а там очень правильные вещи о том, что родители должны заботиться и так далее. Вы понимаете, что если посмотреть на первую десятку стран, то это либо страны тотально счастливы, как Монако, где 50% миллионеров, и они там только, ну, фактически из казино в море ныряют и на яхте катаются, да? Либо такая, как Япония, где в стране постоянно работают, где ребенок, который 4 года поступает в престижный садик, он уже должен пройти минимальный тест. Это рабочая страна. То есть, я думаю, что все вы правильно говорите, я тут согласен абсолютно с психологами о том, что нужно уделять внимание своим детей, ответственность за жизнь, за интернет и за все, что угодно, лежит прежде всего на родителях, а потом уже на школьных психологах. У нас любят все свалить на школу, на вузы и потом говорить, почему вы ребенка не научили. Да. Так вот, прежде всего на родителях. Но еще есть очень важная история. Ну, вот краткая аналитика, да, так что в глаза сразу бросилось. В странах меньше суицида там, где есть какое-то целеполагание для ее жителей. Как только это целеполагание есть, ну, тогда и люди к чему-то идут и хотят жить. И это не только касается сейчас, детей, конечно, хоть мы и о детях говорим, но если у ребенка есть прозрачное будущее, которое или пример для подражания, я думаю, что это будет основанием для того, чтобы уменьшить количество вот таких посещений этих псевдогрупп. Спасибо. У нас вот эта вот наша троица как-то очень вынесена за скобки, поэтому, пожалуйста, вот потерпите, пока будут наши дамы говорить, и не старайтесь вклиниться в эти их монологи, потому что я все время не успеваю до них дойти, все время кто-то тут перехватывает микрофон. Пожалуйста, Марина. Хотела бы поддержать тезис Ирины Сергеевны по поводу «мы не видим обратной связи», да? Как раз-таки вот предпочитают интернет и застревают там те люди, у которых плохо именно с эмоциональным интеллектом. То есть они интеллектуальны, им интересно, они бросают вызовы вот эти технические, да, они там реализовываются, но у них проблемы именно с эмоциональным интеллектом. То есть с умением считывать, а что чувствует оппонент, даже в своих чувствах можно ожидать, проблемы с эмпатией, с коммуникабельностью, с собственной эмоциональностью. И получается там, входя в тот мир, получается, что вот та реальность, которая перестала быть техногенной, фактически это метафорическая реальность, она становится более приемлемой, более контролируемой, нежели непрогнозируемые социальные отношения. И вот дальше усиливается. Да, конечно, времена меняются. Если в 19 веке молодых людей сводили на балах, да, 20 век, первая половина – это танцы и вечера какие-то тематические, вторая половина – это дискотеки, то тут мы переходим в какие-то другие, да, формирования отношений уже через интернет. Но, тем не менее, личного контакта, конечно же, не избежать. И нужно как можно больше уделять этому внимания для того, чтобы сформировать. Потому что все-таки человек – существо социальное. Спасибо. Оксана Куриная, пожалуйста. И да потом я Марина. Нечего, в общем-то, добавить, потому что хотела сказать, что интернет дает возможность человеку быть тем, кем он на самом деле не является. Это тоже предполагает отсутствие обратной связи, потому что тебя никто не может обличить, никто не может предъявить что-то, чего нет. И интернет, конечно, еще опасен тем, что у меня был случай, когда человек ищет в интернете то, что он хочет услышать, что он хочет получить, то есть без критики, без ничего. И так бывает, что человек прочитал какую-то очень интересную статью, точно, вот это правильная мысль. А на следующий день прочитал что-то другое и сказал, нет, стоп, это правильно, это мне больше нравится. И создают какая-то искаженная реальность вообще мира, себя, видение. И вот тут, конечно, проблема. Но проблема, наверное, вот нет ядра внутреннего, когда отсутствие своего «я», которое четкое, такое вот осознаваемое. Поэтому подождите, пожалуйста, давайте выпускаем Марину Сорока. Оксана, да, закончил? В общем, все, да. Вот Марина Сорока, пожалуйста, потом по очереди.
Я хочу вернуться к тому, что говорила Оксана по поводу того, как она была в школе. Буквально в ноябре я проводила в школе, где учатся мои дети, лекция, семинар, посвященную насилию. Что было очень хорошо? Ну, то, что я рассказывала, снимали журналисты на видео. После этого я просматривала видео и видела реакцию детей. Определенных детей я сразу, я не профессионал-психолог, но, как говорится, любитель, я определила сразу и, скажем так, спроецировала внимание на этих детей, потому что я видела, что что-то там уже не так. То есть это очень полезная функция. По поводу слов Татьяны, одиноких матерей, не согласна вообще. Я работаю как руководитель, как юрист, и надаю первую, скажем так, помощь женщинам, пострадавшим от семейного насилия. И самое главное, скажем так, отмазка их, когда я им говорю: женщины, почему вы терпели? Мне же некуда пойти. Самая основная причина. Я понимаю, что да, физически мы начинаем сталкиваться, мы не хотим ничего менять. Вот Татьяна же уехала с города. Ну, это мы с тобой две такие, которые... Хорошо. Нет, Таня, я не согласна, потому что это отмазка для них. Они прикрываются вот этими тезисами. Просто ко мне обращалась женщина, которая говорит: мой ребенок, она жила в городе с мужем, он учится в хорошей школе, поэтому он сейчас живет с отцом, который издевается над ним. Знаете как? Ребенка в мороз сейчас зимой выставляет в подъезд в одних трусах. И она мне жалуется: спасите меня от этого, я от него сбежала, а вот ребенок мой страдает, но мы хотим жить в том доме, где он сейчас живет. Потому что я сейчас живу в селе с мамой. Я ей дошло до того, что я просто пригрозила полиции, что я сейчас вызову полицию, если вы не заберете ребенка от того, что над ребенком издевается. Это прикрывательство, это не матери. Ну, потому что нормальная мать не позволит такого. И когда тоже недавно был случай, когда подруга женщины, которая выяснила, что ее муж, скажем так, насилует, не скажем, да, так и есть, насилует ее старшую дочь, не ихнюю родную. Она рассказала подруге, узнав об этом. Подруга не знает, что делать. Говорит, она не хочет с ним разводиться и не хочет полицию подавать. Тоже пришлось уже угрожать полиции, что я сообщу, вы будете уже соучастниками. Женщина категорически отказывалась. Но это же ненормально. Пассивный соучастник. Мы уходим от темы интернета, да. А вот Андрея закончился интернет, и его прорвало на поговорить. Знаете, некоторых на хавчик пробивает, а Андрея на поговорить. Не надо обобщать, Ярослав, по поводу хавчика. Давайте вернемся все-таки к интернету. Я предлагаю, вот смотрите, мы час 20 программы, вот у нас 40 минут осталось программы, час 20 мы посвятили о том, как все плохо, как все ужасно. Давайте теперь поговорим о хорошем. Сейчас я, да, нет, я отлично слышу. Мы говорили о том, что хорошо, я перескажу кратко, чтобы вы все убедились, что я вас слышал. Вы все рекомендовали, как нужно правильно справляться с депрессией, на что обращать внимание и на что и делили постоянно правила или не правила. Я предлагаю, давайте действительно будем говорить. Не галдите, пожалуйста. Я понимаю, что три женщины напротив, вы меня переговорите, я уверен, два психолога в придачу и, в принципе, человек, который занимает руководящую должность, да. Смотрите, давайте теперь о хорошем. Благодаря тому же интернету, социальным сетям и так далее, происходит много чудесных вещей. Есть очень много позитивных групп, где дети там обмениваются своими какими-то там поделками, handmade, по интересам. Очень много действительно состоялись в интернете ввиду там вот отсутствия вот этого, наверное, физического контакта. Потому что если мы вспомним наше такое детство, да, то там прав был тот, кто сильнее, самый сильный в классе, самый слабый и так далее. У меня такое было детство, если у вас было другое, значит, мы в разных странах были. У меня было такое детство, я помню о том, что всегда была какая-то иерархия, и люди, которые там жались и боялись себя проявить лишний раз, не проявляли. Интернет позволил это сделать, объединившись в такие позитивные группы, не только суицидальные, а и нормальные группы. Да? Плюс мы сейчас получили, грубо говоря, поколение информационно гораздо сильнее, потому что информация стала доступна. И, собственно говоря, наверное, благодаря вот этой такой позитивной информации мы...
вот, очень большими темпами шагает прогресс. Дети 16 лет зарабатывают в десятки раз больше своих родителей на тех же онлайн-играх, которые, ну, только меняя свою ориентацию не игроков, а тех, кто на этом зарабатывает. И родители зачастую этого не понимают и думают, это какая-то там химера, мафия, там что-то происходит антинаучное. Да, и последнее про интернет. Николай занимает первое место по количеству преступлений, связанных с интернетом. Спасибо. Марина, давайте короткий комментарий. И чтобы уже подвести черту, так сказать, под негативным интернетом и перейти к позитивному, посмотрим один сюжет с реальным человеком, вот как раз имевшим опыт вот этих вот самых суицидальных групп, а потом уже будем говорить о позитиве. Пожалуйста. Дальше подчеркиваю позитив. Не только группы по хендмейду. Почему? Можно и получать образование. Есть платформы, вот русскоязычное открытое образование, которое объединяет огромное количество вузов, и вы можете получить как второе образование, так и повышение квалификации. Хотите с получением сертификата или свидетельства, там есть разница, пожалуйста. Есть англоязычные курсы, например, Khan Academy и так далее. Есть языковые, Puzzle English и так далее. То есть есть действительно очень много полезного. Более того, я в своей работе использую, у меня есть группа, где удачно можно найти материалы и сбросить, которые подкрепляют лекцию, да, или дискуссия, которая возникла. Это очень удобно. Более того, я еще часто студентов спрашиваю, что в Гугле забанили, не можете найти. Когда вот начинают и смотрят, сравнивают, как трактуют, то тут тоже можно это использовать как инструмент. Это очень удобно и хорошо. Вопрос действительно, что мы ищем? Вот что мы ищем, то и находим. Я хочу, чтобы вот, ну, в первую очередь наши зрители, потому что здесь-то все понимают, ну, скорее так, это такие вот дискуссионные, да, вот моменты. Что мы ведь собрались не для того, чтобы заклеймить позором интернет. Мы собрались для того, чтобы поговорить о тех опасностях, которых родители могут не видеть, а дети не осознавать до тех пор, пока они окажутся слишком поздно и для них, и для родителей. Это просто один из аспектов. И, безусловно, позитивного очень много. Вот будем мы об этом сейчас говорить. Но просто вот, так сказать, заканчивая вот эту вот уже тематику опасностей, я хотел бы показать сюжет, который подготовила Катерина Лысюк. Вот именно с реальным ребенком, который столкнулся с этой проблемой, слава богу, столкнулся с ней, в общем, сравнительно безопасно. И что, в принципе, какие направления, какие подходы, какое отношение помогло с этим справиться и ребенку, и тем же родителям, которые сейчас уже могут быть, ну, слава богу, спокойны на этот счет. Давайте посмотрим сюжет Катерины Лысюк. Тринадцятирічна Лариса Драбич навчається у Миколаївській загальноосвітній школі номер 7. Переглядаючи новини в інтернеті, натрапила на статтю про дівчину-підлітка, яка закінчила життя самогубством, кинувшись під потяг. Вражена прочитаним, Лариса згадала, що вже зустрічала подібні історії в групі в соціальних мережах, де вона зареєстрована. Там много меланхолії, там нет вообще нічого веселого. Даже если там цитируют каких-то поэтов, то они обязательно грустные, мрачные. И вот всегда вот эти вот стихи про космос. Там был этот мир грешный, плохой, все здесь плохо, пора пора лететь в космос, идите на крышу и взлетайте. Як стверджує Лариса, подібних деструктивних груп у соціальних мережах чимало. Дівчина звернула увагу, що у назві або на основній світлині подібних товариств присутні образи китів. Ще слышала, там создали переписку, і в этой переписке рассказывали, как умереть, и еще есть такие игры в этих группах. Там сначала сделай то, сделай это, а последним его действием будет убей себя или что-то подобное. Дівчина зізнається, в 10-11 років в неї також з'являлися суїцидні думки. На той час перехід з молодшої у середню школу вона потерпала від морального гнобування з боку однокласників. Це дуже засмучувало дівчину, часто плакала. Та врешті-решт підтримка родини, друзів та постійна зайнятість допомогли позбутися депресії. Неабияку роль зіграв і той самий інтернет. Я знайшла аніме. Там было аниме, в котором я смотрела, оно очень интересное. Там было сказано, что суицид – это грех. Если ты себя убьешь, ты можешь либо стать призраком и причинять другим боль, и ты никогда не станешь оружием Бога, ну что-то типа того.
Пані Надія, бабуся Лариси, згадуючи той період, пояснює стан онучки та її однолітків просто. Їм нігде себе реалізувати, у них багато пустоти. От зараз Ларису загрузили, у неї нету свободного времени. Тобто, а у дітей дуже багато пустоти. От я по своїм Вознесенським біжу, у них дуже багато времени такого, що їм не можу дати. Вони самі себе щось знаходять, щось где-то у кого-то щось таке. Просто дітям нігде себе реалізувати. Враховуючи власний досвід щодо виховання дітей, пані Надія вивела особистий принцип, як попередити суїцидні думки та дії. Надо обязательно знать всех его друзей. Это 100%. То, что я по своему сыну, по дочке, 100%. А потом с ними уже получатся общие интересы. То есть вы будете знать, чем они занимаются, вы будете знать, какой у них интерес. И тогда уже легче с ними находить общий язык. Шкільний практичний психолог Олена Шрамова консультувала Ларису у той період. Дівчина прагнула налагодити контакти з однолітками, тому й звернулася по допомогу до спеціаліста. Психолог розповідає, Лариса не була ізольована від класу, та в силу своїх особливостей дівчина дуже творча особистість. Вона не могла знайти спільні інтереси з однокласниками. Ми в неї проводили індивідуальні консультації, де прагнули з'ясувати, як треба шукати друзів, що треба, ну, скажімо, з її боку для того, щоб розкритися, щоб показати, чим вона може бути цікавим для своїх однокласників, навіть і для однолітків у майбутньому. Зараз, констатує психолог, дівчина стала більш розкутою, знайшла спільну мову з однокласниками, навіть налагодила міцні дружні стосунки з кількома з них. Узагальнюючи 12-річний стаж роботи у цій школі, пані Олена радіє відсутності яскравих прикладів суїцидальної поведінки у дітей підліткового віку. Те, що діти є з меланхоличним настроєм, з якоїсь апатії там, да, от, до навчання, до зацікавленості до свого майбутнього. Да, це були такі діти, але на радість це діти вже випускники, і я чула і знаю, що в них все в житті дуже добре. Пані Олена каже, що необхідно більше спілкуватися з дитиною, радитись з нею, таким чином демонструючи значущість її думки для батьків і той факт, що живе спілкування набагато цікавіше, аніж віртуальне. Якщо проблему важко вирішити, психолог радить звернутися до спеціалістів, адже тільки спільна робота дорослих допоможе дитині впоратись з емоційними проблемами. Я хотів би зараз підвести такий собі проміжковий підсумок і дати по 2 хвилини все ж таки нашим гостям, які вже скажуть все, що вони вважають за необхідно, так би мовити, щоб вже закрити цю негативну тему і щоб ми під кінець все ж таки поговорили про позитиви. Будь ласка, давайте з вас почнемо, бо на нашу маму два і там і здесь показують. Давайте, будь ласка. И я все-таки, да, как психолог и как сама мама, придерживаюсь мнения, что первое место занимает вот все-таки отношения, то есть воспитание в семье. Это родители, внимание родителей к своему ребенку. Конечно, можно, ну, как бы, как специалисты, мы можем даже, скажем так, и тайно наблюдать за детьми. Не обязательно, скажем так, приглашать детей или родителей, тянуть к нам на консультацию. Мы, в принципе, этого и не имеем права делать, да? То есть мы должны не навредить в первую очередь. Но если мы выявляем у ребенка, например, какие-либо симптомы или признаки, скажем так, не суицидальные поведение, а вот изменение, резкое изменение настроения или резкая потеря интереса к тому, что ребенок чем интересовался раньше. Мы можем и тайно наблюдать за детьми такими и как бы давать рекомендации уже родителям, как себя, что делать, как себя вести. Но я еще раз хочу отметить, что только совместная работа взрослых поможет избежать или предупредить, как бы, вот такие негативные
проявления в поведении наших детей. Спасибо большое, Лена Викторовна. Пожалуйста, Анна Леонидовна. Да, я хочу сказать первый момент. Во-первых, статистика в вопросе суицида не является чем-то показательным. Вот, понимаете, давайте скажем, а сколько людей пострадали от торговли людьми, а сколько от насилия и так далее. Да, это как раз та ситуация, когда социальное явление не измеряется количеством, а мы говорим о глубине вообще процесса, о его последствиях, вот, и так далее. Поэтому здесь это интересно, вот, знаете, есть такая фраза «довидомо чиновничья». Mm-hmm. Вот, да, вот мы взяли это к сведению, а дальше, да, а дальше уже, так сказать, нужно думать о том, и я полностью поддержу Татьяну, есть эта проблема, и над этим надо работать. И мы говорим не о правилах поведения в интернете, мы говорим о распознании того, что может тебе угрожать. Ведь об этом уже есть предметы в школе, есть. Мы просто к этому перечню опасностей добавляем то, что можно получить в виртуальном мире. И все. В жизни мы можем распознать человека, который несет в себе агрессивное поведение и чем-то может тебе опасен. Точно так же эти опасности можно распознать и там. И следующий момент, вот мы в очередной раз говорим, следующая, какую тема возникла, но она тут же у нас оказалась не развивающейся, потому что тема другая. Это взаимодействие со службами. Вот здесь я не хочу критиковать службы по делам детей и так далее, но есть сегодня этот вопрос. На днях я обратилась в отдел ювенальной юстиции в прокуратуру. Развелись родители, ребенок несовершеннолетний, ребенок страдает от психологического преследования, не хочу говорить слово насилие, папы. Вот. Но если он будет что-то такое делать, обратитесь в полицию. Понимаете, пока мама обращается в полицию. Подождите, нет, там другое, там именно психологически преследуют. Вот там рассказывают глупости о маме, там угрожают и так далее. Понимаете, все. Вот мне бы очень хотелось сегодня, как человеку, как маме, как чиновнику, как угодно, вот знать все-таки реальный вот этот механизм взаимодействия, знать телефоны тех, кто может реально в такой ситуации помочь. Я вынесу этот поток звонков на свой рабочий телефон, если будут звонить и спрашивать, а куда же дальше обращаться. Я думаю, что это тоже тема, она актуальна, она важна, и, в общем, спасибо, что она возникла вот в ходе этого разговора. Спасибо, мы обязательно вернемся. Я могу сказать, что на следующей неделе в среду у нас будет программа «Ракурс», как раз вот посвященная вот этой вот истории с этим ребенком, о котором я рассказал, потому что, ну, казалось бы, можно успокоиться. В конце концов, было решение суда, там условный срок, но весь тот кошмар, который с этим связан, все то бездействие, просто вопиющее бездействие тех, кто должен был этого не допустить или вовремя пресечь, вот это как раз тема для разговора. И поверьте, еще контраргумент об этом тоже обязательно у нас будет. Сейчас, секундочку, Оксана, давайте все-таки послушаем Ирину Сергеевну, потом уже перейдем к нашим экспертам. Да, ну хочется сказать, что, в принципе, как я уже говорила, конечно, научно-технический прогресс очень хорошо, но если это единственное окно в мир, и к пониманию, где мы живем, пониманию самого себя, то, наверное, оно не должно быть единственным, и оно не такое уж хорошее, если оно заменяет вот живое общение. Ну и второй момент. Действительно, мы должны идти в ногу со временем, должны расти вместе со своим ребенком. Поэтому мне хочется сказать, что, в принципе, то, что мы обсуждаем, в принципе, это проблема нашего взрослого мира. Значит, где-то мы не досмотрели, где-то себя не так повели с ребенком и так далее. Поэтому, как говорят, нет трудных детей, есть трудные взрослые. И хочется сказать, что действительно дети сейчас, они намного впереди в техническом прогрессе, в информационном. Но мне все равно кажется, что попробуйте справиться с этим потоком информации. Без мудрого взрослого не обойтись. Вот не зря Сухомлинский говорил, ребенок нуждается в своем детстве, чтобы кто-то мудрый взрослый взял его за руку и провел по линии жизни, хотя бы в его детстве. Ведь обратите внимание, жизнь насыщена очень травмирующими сложными ситуациями. И вот мы оговариваем, да, мальчик попал в сложную жизненную ситуацию. Ну, наверное, был кто-то, который создал эту ситуацию, не сберег его и так далее. Поэтому хочется сказать, что, как мы все говорим, да, любое явление, как говорят философы, оно всегда нейтрально, есть только мое отношение к чему-то. Вот поэтому я так думаю, что очень индивидуально, очень точно надо использовать все наработки, которые у нас есть, для того, чтобы они помогали ребенку развиваться и так далее, расти, взрослеть, мудреть и пользоваться информацией, ведь я последний тезис, сейчас приоритет, вот Анна Леонидовна скажет, какой? Качество образования, равный доступ к любому ребенку. Вот качество образования должно улучшить качество жизни каждого ребенка.
Спасибо большое. Я вижу все руки, но я все-таки очень хочу, чтобы мы сейчас посмотрели сюжет Марии Савицкой как раз о таком вот воплощенном положительном примере правильного использования интернета. Пожалуйста. Для певної категорії інтернет не такий страшний чорт, як його малюють. Якщо до нього ставитись як до ресурсу, то цілком можливо отримати неабияку користь. Єві Канарській 11 років. Як і більшість її однолітків, інтернетом користуються щодня. Чесні статті, познавательні програми і багато чого для творчества, що робити. Буває, просто сижу і думаю, що робити. Захожу в інтернет і узнаю. Результатами її творчості прикрашена вся квартира. Це оригінальні свічки, малюнки, виконані різними техніками, іграшки, всілякі корисні речі. Майстер-класи «Як це зробити» цілком доступні всім бажаючим. Мережа заповнена відеоуроками на будь-які теми. Навіть термін новий з'явився – лайфхак, маленькі хитрощі, корисні поради. До речі, наш телеканал теж випускає щось подібне – програму «Майстер Лумайстер», яка доступна і в інтернеті. Єва користується і соцмережами, але немає залежності від них, використовує для навчання. Да, дуже допомагає. У нас є одна соцсеть, ми всі в класі там зареєстровані і вместе переписуємося, спрашуємо на ваші завдання і так далі. Крім того, інтернет приходить на допомогу і в наступному. Носити всі підручники до школи дівчині важко, тому матеріали бере з мережі і закачує до електронної книги. Научили меня закачивать. Я нахожу в интернете определенный сайт. Их там много, но нужно выбрать какой-то. Это бывает даже тяжело. Вот так вот и загружаю на компьютере. С компьютера перекидываю на книжку и пользуюсь. Очень удобно. Не только учебники, и всякие книжки для себя почитать. Батьки Єви кажуть, що їм з дитиною пощастило. Дівчину не тягне на щось заборонене. Тому знаходження її в мережі особливо не регламентують. Стараюсь обращать внимание на следствие уже. То есть, если следствием посещения интернета является нормальный, довольный ребенок, без каких-либо там каких-то побочных эффектов, то почему бы и нет? Тем более, что она достаточно самостоятельна и сама себе определяет, скажем, квоты использования интернета. Що ж до творчості своєї дитини, то це заохочується, говорить Дмитро. Ми стараємося їй покупати всі необхідні матеріали і, даже она сама себе уже давно все покупает, поэтому только положительный эффект, но опять же, конечно, не все дети там тянутся к одному и тому же, мне кажется, повезло, что ребенку нравится именно какая-то творческая часть. Інтернет відкриває безліч можливостей. Тут можна дивитися фільми, слухати музику, спілкуватися. Цікавий факт, більшість знайомств сьогодні відбувається саме за допомогою інтернету. Віртуально відвідувати інші країни, відслідковувати новини, навчатись, здійснювати покупки, навіть заробляти гроші. З останнім треба бути обережним, шахраїв вистачає. А ще є певна категорія юзерів, які поповнюють свій гаманець в онлайн-іграх. Користь – безумовно. Щоправда, податкова може не погодитись. Мы опять уже в эфире, пожалуйста, давайте настраивайтесь на серьезный лад. Я понимаю, что у вас умилил сюжет с дочерью Димы Канарского, однако вот самое время поговорить о позитивных аспектах интернета. Тем более, что Сережа Гусиди тут явно уже как учитель порывался прокомментировать это. Ну, Сережа, вам слово. Да, як в школі більше всього відносить, значить, в школі зараз масово запускається ІКТ, інформаційно-комунікативні технології, де вчителі починають більше пізнавати інтернет, де вчителі раніше носили бумаги друг другу, зараз електронні почти. Кожен вчитель, класний керівник повинен бути зареєстрований в контакті, де там його учні, щоб бачити, що спілкуються. Домашні завдання, уроки. Я як вчитель також в цих сітях я бачу, про що спілкуються діти, яку музику, наприклад, як вчитель фізичної культури. І думаю, як же змотувати дівчат ходити на фізичну культуру? Велика проблема. Я кажу, давайте, я чую, вони ходять, телефони дивляться, музику слухають. Я кажу, давайте ви берете свої гаджети, качаєте музику, яка вам подобається, і ми займаємось не тим скудним тягаєм, а ви цікаво, аеробіку. Вони, клас, закачали пісні, включаємо колонки, я беру імена урока фізичної культури, дівчата, говорять, Сергій Миколаївич, ми навіть сьогодні форму взяли, будемо займатися, звісно, ми навіть нові
пісні там закачали, все. Тобто це нам дає змогу мотивувати дітей займатися. А які там домашні завдання? Ось у мене є блог, всі там вчителі, я був вчитель року, приймав участь, от блог, домашні завдання, оцінки, все, а можна зайти, да, туди-туди. Тобто ми говоримо, що якщо перед цим Новим роком у нас була спецрада і був такий гарний вислів. Коли дує сильний вітер, нерозумна людина ставить забор, а розумна людина ставить вітряк. Зараз дує сильний вітер змін, це інтернет. Давайте будемо розумними і використовувати це. Будемо ставити вітряк. Дякую. Будь ласка, Оксана Корінна, ось Марина Докторович, Марина Сорока, бо ви сьогодні не менше виступали. Будь ласка. Сижу, вспоминаю, ну, хорошего очень много, безусловно. Многие мои знакомые благодаря интернету нашли возможность реализовать себя как специалисты в профессиональном плане. Что касается интернета, он достаточно облегчает вообще покупку, например, я очень многие вещи покупаю через интернет, не трачу на это время. Ну, это такие вещи, в общем, которые очевидны, наверное, пользы интернета, но как бы в моем там личном, допустим, понимании, вот накануне передачи устроила своему сыну допрос с пристрастием, потому что он очень много времени проводит в интернете, думаю, ну, надо узнать, нет ли там чего-то такого. Спрашиваю, вот так и так, есть какие-то сайты? Ну да, вот там бывает, говорю, есть вот такие там, нет, таких нет. Говорю, а как, допустим, там всплывает что-то неприличное? А вот у меня фильтр стоит. А вот, допустим, а как, допустим, читать? А вот читаю, значит, читать умеет, слава богу, смотрит. Ну, правда, что касается развлечений, тут он, конечно, мама говорит, ну, в кино смотреть нечего, это правда. И вот тут огромный плюс интернета в том, что я могу смотреть то кино, которое устроит мой вкус, то фильмы, которые устраивают моего ребенка. Например, куда-то сходить с друзьями, ну, не всегда, допустим, получается. Вот возможность соцсетей, когда, допустим, ты хочешь увидеть человека, но не можешь там по каким-то причинам его увидеть, или он где-то в отсутствии. Вот, ну, такие неоспоримые достоинства интернета, они очевидны, это здорово. Ну, безусловно, на каждый минус есть свой плюс, и, в общем-то, их можно и увидеть, и обратная сторона интернета, мы, в общем-то, перед этим говорили о негативном. Спасибо. Понятно, спасибо. Марина, пожалуйста. Ну, поддержка. Это тезис, что интернет, конечно, хорошо, есть и минусы, но есть очень много плюсов, да, он соединил дальних, но главное, чтобы он не разлучил ближних, да, и в любом случае, пускаем ли мы в вот это вот информационное пространство ребенка или в широкий мир, но мы же учим детей какой-то безопасности, да, в том плане, что вообще-то нормальному взрослому ничего от ребенка не нужно такого, да, так оно должно быть и в интернете, что слишком навязчивые какие-то предложения, просьбы или какое-то затягивание какие-то группы, оно должно насторожить. То есть учим элементарной безопасности. Понятно, спасибо. Марина Сорока, пожалуйста. Ну, из положительного могу тоже сказать, что самое главное – это то, чему мы учимся новому. Даже те же игры компьютерные детей по своему сыну, я как-то уже рассказывала элементарно, он заговорил, поскольку сеть, игра сетевая по всему миру, он был вынужден разговаривать на английском языке с другими детьми. После этого, знаете, через, буквально через неделю он пришел, он говорит, мы репетитора нанимали, курсы, все что угодно. Он мне говорит, найди мне хорошие курсы, мне так надо разговаривать. И он реально через год мы поехали за границу, он в аэропорту разговаривал свободно на английском языке. Да, плюс огромный. Ну, согласитесь, плюс есть. Просто самое главное, нужно заложить в детях и в нас, в принципе, тоже то, что цель в жизни, цель сегодня, цель глобальная. Когда она есть, точно так же и интересы группы, интересы сайты, это будут уже конкретные сайты. Поэтому говорить о том, что там только плохое, нет. Там очень много хорошего, просто надо себе поставить цель найти хорошее. Спасибо большое. Я вижу всех наших экспертов. Вот давайте мы сейчас пройдем по экспертам, вернее, а потом гости как раз подведут итог. Пожалуйста, Дима Канарский. Да-да, я всех вижу. Ну, мне после сюжета вообще тяжело что-то хорошее там перечислять. То есть уже вроде как... Растрогался! Да, все сказали. Я просто вам, каждому из вас, просто посоветую подумать, какие мысли вас посещают, когда у вас пропадает связь с интернетом. Все. То есть, и вы поймете, полезный он для вас или вредный. Суицидальный. Да, именно. Вот и все, да. Спасибо. Пожалуйста, Аля. Много говорили, дети, родители, интернет опасный, безопасный, что делать? У меня сформулировалось
кажется мне очевидно, но вот оно впервые обрело форму, что если мы ребенка изначально обучаем ощущению свободы, осознанному ощущению внутренней свободы, и именно это является мерилом правильности или неправильности происходящего с ним, это может быть хорошей помощью, потому что человек осознанно свободный, любую манипуляцию чувствует моментально, и она его настораживает безусловно. Будь то манипуляция с благой целью, мы готовим ему сюрприз, или манипуляция с грязной целью, его хотят убить, но манипуляцию он почувствует. Поэтому вместо тотального контроля, наоборот, подарите ребенку свободу как высшую ценность, и она его спасет от того, от чего не защитит контроль. Спасибо. Александр, как всегда, афористично. Вот. Ну, я так понимаю, что просто хочется растащить на цитаты, высечь золотыми буквами на мраморной доске и повесить на главной площади города. Андрей. Тут есть такая интересная, прозвучала среди прочего интересная фраза, что мудрый взрослый должен там сопровождать ребенка. Вы знаете, вот у меня это как-то так... Знаете, в чем резануло? Дело в том, что сегодня в информации, которая стареет раз в полгода, мудрых взрослых может и не оказаться вовсе. Понимаете? И мы, если вы говорите, если речь шла о ценностях базовых, да, то я тут присоединю, что базовая ценность — это свобода, потом базовая ценность — это созидание и так далее и тому подобное. Но я сомневаюсь, что сегодня вот эти вот ребята, которые, вот мы первый сюжет, я напомню, мы с чего начинали программу, когда взрослые люди даже не сильно понимали, что такое социальные сети. И вот как этот мудрец будет рассказывать, ходи вот в эту группу, сюда не ходи. Вот просто вот об этом идет речь. Поэтому я бы хотел сказать так, что взрослым нужно сегодня также учиться для безопасности своих же детей технологиям новым и не говорить о том, что это уже не мое и в моей бытности было не так. И следующая ремарка, еще одна очень важная. Я бы все-таки рекомендовал настоятельно разбираться о первоисточниках информации в интернете, потому что это та базовая, ну, те базовые навыки, вот, которые позволят ребенку зерна от плевел отличать. Спасибо. Спасибо. Татьяна Локацкая, с которой, собственно, все и начиналось. Конечно. Я приведу сразу же яркий, живой пример на нас, на детках. У нас рядом со школой есть детская библиотека. Ну, естественно, сейчас библиотеки подключают интернет. Вот полтора года назад библиотекарь очень хитрым ходом пол нашего класса затащила. Вот посидите, поиграйтесь. Они игрались где-то вот месяца, у них там, им разрешали там шуметь, играть в интернет, обсуждать, лазить в интернете. Естественно, библиотекарь вроде как друг наблюдала, а в итоге потом она находит им какую-то информацию в интернете, говорит, ну вот будет удобнее, если ты прочитаешь вот это. В итоге она перевела у нас полкласса на книги. У меня дитё до сих пор бегает помимо интернета, она бегает еще в библиотеку, она у меня в неделю прочитывает две книги. Ну, естественно, ты же не можешь найти в библиотеке, она находит их в интернете. Плюс в интернете она в соцсетях, так же самое у нее провелась за лето бизнес-школа, теперь она знает, как мне открыть Приват24 и скачать у меня деньги. Это значит, что мама неправильный пароль поставила. Увидела уже все у нее самой. То есть она очень, она бабушку учит уже всему. Вот у нас бабушка говорила, а бабушка общается, бабушка учится у внуков очень многому. У меня племянник более продвинутый, он уже умеет взламывать системы. Но при этом он не использует это во вред. Вот, опять же... Лиха беда начала, у него все впереди. Андрей будет чем гордиться, когда он рассказывает о том, что Николаев столица киберпреступности. Оксана, пожалуйста. Да, сказали много хорошего, добавлю от себя тоже немножечко, что сын благодаря телевизору и мультфильмам на украинском языке выучил за 3 месяца, что мы не смогли добиться подготовительной к школе, за 3 месяца выучил до такой степени украинский язык, что, ну, сейчас я горжусь, он 3 месяца только как ходит в первый класс, великолепно разговаривает, и мы с отцом просто учимся теперь у него. А теперь бы я еще хотела дополнить, я так понимаю, что многие взрослые, родители, учителя, все, кто имеет контакт с детьми, помимо родителей, возникнет вопрос, как узнать, помимо того, что внешние, да, изменения, откуда бы еще черпать информацию, куда бы дети могли сказать, либо это ребенок, который друг, и видит, что что-то с подругой, с другом не то происходит, куда бы эту информацию вынести. На опыте мониторинга интернатов мы пришли к выводу, с главой был совета, с Викторией Москаленко, о том, что в ближайшее время, ну, совместно с департаментом образования, с офисом уполномоченного президента, нужно будет внедрить, возможно,
где-то пару интернатов, там 5 интернатов, как пробное, поставить скриньки довіри для дітей. Они также могут быть и для детей, и для учителей. И они будут знать, что эти скриньки не вскроют ни директор, там, ни департамент. Мне немножечко вот так же резануло слух, когда сказали, что не пускать посторонних людей в школу там, или в интернат. Я категорически не согласна, так как когда мы приходим, да, Татьяна знает, в интернаты, и я говорю, мы узнаем то, что не знаете вы. И зачастую мы во многом помогаем этим детям. Вот. Поэтому то же самое можно проецировать и на школы, и на детские сады, эти же скринки довіри, это может и управление образования подумать, и департамент. Это, во всяком случае, была бы хотя бы какая-то возможность, ну, попытаться черпать информацию от детей, да, проводить там, беседовать, понятно, и психологам с ними, и классным руководителям. И, возможно, в этих скринках вы когда-нибудь увидите, да, подобную информацию. Спасибо большое. И мы вот просто прекрасно подошли, ну, давайте так, еще полминуты на короткую реплику Марине Докторович, и переходим вот на финал, на котором подойдут наши гости. Пожалуйста. По поводу вот библиотеки и книг, как важно. Да, мы черпаем информацию в интернете, но быстрее можно найти, но все, что мы там нашли, запоминается хуже. Лучше обучаются все-таки по книгам. И поэтому это было мудрое решение библиотекарей перевести на книги. Поэтому переходить. Вот слышу часто споры, что надо перевести на электронные учебники. Особенно учителя иностранного скажут, ни в коем случае делать этого нельзя. С учебников запоминают лучше, с бумажных носителей. Электронные могут быть только дополнительными. Это научно доказано. Спасибо большое. Ну, я думаю, что, в общем-то, рано или поздно, наверное, те, кто высекал символы на каменных плитах, они тоже говорили, что вы с вашими папирусами тут вот всякие глупости выдумываете. Но мне что-то кажется, что рано или поздно мы все-таки перейдем на тропу прогресса. Пожалуйста, по 2 минуты, уважаемые гости, кто начинает, решайте сами. Подводим итог. Да. Да. Ну, я хочу сказати, що скринки довіри можна встановити вже зараз. І я не знаю, що ми хочемо там почути, але для відкритості, ну, от я особисто готова, тому це інша тема, і будь ласка, да. Я хочу сказати все ж таки з нашої теми. Минулого року міністерство запустило такий проєкт, як створило репозитарій підручників, і було видано по декілька підручників. І кожен вчитель, кожен учень міг відкрити електронну версію підручників, який буде запроваджений потім у школі. Без інтернету, без носіїв ми б не могли ніколи дійти до цього. І сьогодні за вибором саме цих вчителів досвідчених, сьогодні діти навчаються за підручниками різних авторів. Тому хвала інтернету, да? Будемо так казати. Далі ми маємо нові технології в навчанні. Да, ми маємо спілкування, ми сьогодні маємо фахові спілки, які між собою обмінюються досвідом. У мене самої є весь саморозвиток, це йде через такі соціальні мережі групи саме фахівців. І точно так же книги, я сказать, і купувати доводиться, і все через інтернет. Тому сьогодні маємо, і ще, знаєте, що цікаво, я викладач вже, я студентам задаю завдання по темі пошук фільмів, кінофільмів, і потім ми обговорюємо і знаходимо саме фахові моменти в цих фільмах. Без інтернету це було б сьогодні неможливо. Розумієте, да. Тому цей перелік можна було б продовжити, але це якраз переваги, це дуже багато цікавого. Тому дякую, Сергій, будь ласка. Олена Вікторівна, будь ласка, давайте ваш коментар. Безусловно, позитивне і негативне є во всьому, да? Везде можно найти позитив и негатив, и не только в интернете. Я все-таки останусь до конца при своем мнении. Если вспомним мы наше старое стихотворение из детства, да, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Так вот, оставаясь при своем все-таки мнении, я считаю, что вот с крошечки и все-таки родители должны разграничивать и объяснять. Не надо быть мудрецами. Не надо быть 7 пядей во лбу. Надо просто уметь объяснить ребенку, поговорить с ребенком, что есть хорошо, что есть плохо. И не только в интернете, а и во всех жизненных ситуациях. Продолжая тему того, что родители учатся у детей, во времена моей юности это стихотворение рассказывали так. Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха, heavy metal хорошо, modern talking плохо. Пожалуйста, Ирина Сергеевна. Я все-таки тоже стою на том, что
рядом с растущим человеком должен быть кто-то рядом, который может ему помочь. Потому что если не будет этого старшего, в хорошем понимании, в ценностях, ребенок идет по канатной дорожке без страховки. Он может упасть, и пусть он упадет, у него будут колени, он получит уроки и так далее. Но должен быть тот, который все-таки покажет красоту жизни. И вот вы знаете, жизнь как ценность, если она у меня есть, человек никогда не поставит на себе крест. Он не будет идти и совершать суицид. Он ценит эти вещи. И вот поэтому, как правило, жизнь дана, это большая ценность. И вот не зря митрополит Владимир покойный как говорил, если поставить на чашу весов две ценности, какая из них перевесит? Оказалось, никакая. Он назвал две. Это молитва и воспитание. А воспитание должно быть только, когда человека оккультуривают, скажем так, воспитывают, объясняют. Мы, конечно, должны идти в ногу с нашими детьми. Мы не должны отставать, тогда мы будем интересны им. И, по-моему, вот сейчас как никогда звучит актуально вот фраза многих ученых, психологов, что ребенок сейчас чаще живет рядом с нами, но не в середине нашего взрослого мира. А вот когда он будет в середине его, вот тогда, как правило, мы и будем едины, эмоции едины, беседовать будем и так далее. Ведь смотрите, сколько было прекрасных родителей, которые что говорили нам? Так, за кадром, что осталось? Они говорят с ребенком, это живое общение, они объясняют. Без них разве были бы какие-то положительные результаты? Нет, конечно. Поэтому я все-таки говорю о том, что единство взрослого мира и детского – это тот путь, который ведет к гармонии, к психическому здоровью, духовному и так далее. Дякую дуже. Ми чудово сьогодні завершуємо, тобто ми не комкаємо кінець програми. Ми, здається, висловили все, що вважали за необхідне, принаймні ось на цьому етапі. Хоча, звичайно, за кадром лишилося багато чого, що могло послужити просто почвою для дуже багатьох ще дискусій, багатьох програм. І такі програми, напевно, і обов'язково у нас будуть. Дякую, що були з нами. Я дуже хочу, щоб головний підсумок, який тут ми зробили, став таким. Власне, про це казали усі наші гості, експерти. З дітьми треба розмовляти, з дітьми треба бути друзями. Дітей не треба обмежувати. Треба робити так, щоб діти хотіли з вами ділитися тим, що для них є важливим. І тоді у вас справді буде набагато менше привідів для того, щоб ви турбувалися за небезпеку ваших близьких. Дякую, що були з вами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре. До побачення.